Мне кажется, что нет, потому что пенсии маленькие, зарплаты маленькие, а люди просто не могут выплачивать те цены, которые им предоставляют в ЖЭКах. Как все люди думают, так и я. Конечно, неадекватны, и, конечно, они ничем не подтвержены. Мне кажется, нет. Нет, конечно, нет. Наверное, нет. Конечно, несправедливо. Вроде нет. Но вряд ли. Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Яценюк нам обещал самые низкие цены. Нет, конечно. Для меня нормально. Ну, мне кажется, идет геноцид пенсионеру. Потому что пенсионерам так, или платить, или выживать. Может, просто как бы Украина идет под Европу, и там цены побольше будут. Потому что нашим депутатам все мало денег. Я, в принципе, в общежитии живу. Я не знаю, я цену не ткаю. Ну, по всей видимости, денег в бюджет не хватает. Потому что правительство такое. Честно говоря, не знаю. Но это, скорее всего, наше правительство так решает. Правильно же ведь? А с чего они отталкиваются, я вообще не понимаю. Это объективная реальность. Я не думаю, что это требование Международного валютного фонда, чтобы дали кредиты или еще какие-то другие причины. Это просто такова жизнь. Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір, панове. Ми вже в ефірі. Я радий, що вже перші, можна так би мовити, такти нашої сьогоднішньої програми, перші відповіді на запитання. Як ви зрозуміли, ми говоримо сьогодні про тарифи. Так збентежив нашу студію, що наші експерти навіть не можуть зупинитися, коли на них направлена камера. Отже, справді сьогодні буде цікаво, сьогодні буде гаряче, сьогодні буде дуже інформативно. Адже говоритимемо про те, що нам доводиться робити кожного дня. Нам доводиться кожного дня платити, кожного місяця, але кожного дня думати про те, як наприкінці місяця заплатити по тих тарифах, які кожного разу зростають, і невідомо, чи вони справді є обґрунтованими. З іншого боку, зовсім нещодавно у першому читанні був проголосований законопроект про нові стосунки у сфері житлово-комунального господарства. Сьогодні ми також про це поговоримо. Змінюється відповідальність, змінюються правила гри тощо. Тобто сьогодні про це можна буде дізнатися, про це сьогодні можна буде зателефонувати нам і спитати у компетентних гостей та експертів. Сьогодні можна буде, як завжди, зв'язатися з нами через Фейсбук. Отже, будь ласка, не перемикайтеся, будьте з нами. Нагадую, що нас можна дивитися не тільки по телевізору, а також і у прямій трансляції на нашому сайті, а також на нашій сторінці на Фейсбуці. Отже, тарифи. З опитування зрозуміло, що про цього приводу думають люди. А зараз я з задоволенням представляю вам наших гостей. Експерти, як завжди, представляться трохи згодом. І, як завжди, по хвилині наші гості зможуть визначитися з тим, що, на їх думку, є найважливішим у сьогоднішній розмові. Отже, Андрій Миколаївич Палько, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Андрій Палько – посадова особа органів місцевого самоврядування протягом 15 років. Має вищу освіту та диплом магістра Держуправління. В департаменті житлово-комунального господарства працює з моменту заснування – 10 років. На посаді директора – більше року. Владислав Олегович Єнтін, депутат Миколаївської міської ради. Людина, яка завжди має що сказати з приводу тарифів житлово-комунального господарства і всього того, що прямо чи опосередковано цього стосується. Будь ласка. Владислав Єнтін, депутат Миколаївської міської ради. Займається реалізацією інноваційних проєктів, виступає за впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. Реалізував серію соціальних проєктів міста. Ініціював створення постійно діючих кабінетів для надання безкоштовної юридичної допомоги соціально незахищеному населенню.
Ви розумієте, шановні глядачі, що сьогодні, напевно, буде кому відповідати на ваше запитання. Втім, я все ж таки дуже прошу вас, хоча я розумію, що моє це прохання, напевно, буде марним. Будь ласка, коли телефонуватимете сюди, не користуйтеся нагодою розповісти Андрію Миколаївичу про те, у кого там дах протікає, у кого трубу прорвало. Він тут є справді для того, щоб відповідати на усі запитання. Втім, все ж таки не хотілося б відходити від теми тарифів. А якщо ви хочете щось йому передати, то, будь ласка, зателефонуйте на наш телефон, але не проситься виходити в ефір, а просто залишіть ваше запитання для Андрія Миколаївича із вашими контактами. І одразу, як тільки він вийде зі студії, він отримує всі ці ваші запитання і з вами зв'яжеться найближчим часом та відповість на них. Отже, давайте все ж таки дотримуватися теми нашої програми. І Андрій Миколаївич, одразу ваша хвилина. Будь ласка, користуйтесь. Добрий вечір, уважаемая студія, добрий вечір, горожане. Вопросы тарифов всегда были вопросом очень острым, всегда социально значимым и очень часто заполитизированным. Поэтому тарифообразование довольно щепетильная тема для всех. Я думаю, что в рамках тех общений, которые были до и сегодняшнего, на какие-то острые моменты мы еще раз можем донести информацию, обсудить и получить информацию о том, как это происходит, для чего это нужно и как с этим быть. Спасибо. Дякую. Владислава. Я бы хотел бы сказать сразу реплику по поводу того, что тарифы не заполитизированы. Дело в том, что тарифы непосредственно рассчитывает Управление экономики вместе с департаментом ЖКХ и членами исполкома принимается. То есть депутатский корпус не принимает никакого решения, связанного с тарифами. Это первое. Второе. Единственное, что депутаты городского совета голосуют за тот состав исполкома, который выдвигает мэр. Поэтому, как бы оно ни было, вопрос не заполитизированный, вопрос только в решениях мэра, его команды, его подчиненных. Что касается тарифов, я всегда выступал и выступаю, и буду выступать по поводу того, что сегодня уже 21 век. Сегодня мы можем получать качественные услуги и при этом платить реальную цену. Но на сегодняшний день услуг нету, цены космос. Дякую. Вже пишуть наші глядачі, вже сподіваються на справді жваву і відверту розмову. Я, до речі, хочу, Андрій Миколаївич, вас дуже щиро подякувати, адже ви добре розумієте, що ЖКГ просто сварять завжди, що нічого доброго ви сьогодні не почуєте. Втім, ви смілива людина, ви прийшли і готові, як справжній чоловік, тримати удар, як я розумію, за усіх ваших колег, адже багато хто з представників і водоканалу, і інших структур обіцяв сьогодні бути тут і розповідати людям про те, що і як відбувається. Втім, вони знайшли приводи для того, щоб сьогодні не приїхати. Отже, щиро вам дякую, Андрій Миколаївич. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова, вона справді не буде такою, знаєте, кухонною балачкою щодо того, що ну там все завжди погано, вони завжди там олігархи. То давайте говорити по справі. Давайте говорити оперуючи фактами. І давайте говорити не про те, що дуже добре було б, якби там десь колись депутати схаменулися у Верховній Раді, щось прийняли. Давайте говорити про те, що ми можемо тут сьогодні покращити, змінити, проконтролювати. І я пропоную перший сюжет, який підготували мої колеги саме для того, щоб розповісти, в тому числі і за допомогою фахівців у економіці, що ж там відбувається з нашими тарифами, чому вони зростають, де ми переплачуємо. Будь ласка. За останні 2 роки кілька разів зростали тарифи на енергоносії, воду та комунальні послуги. Нас запевняли, що це одна з вимог МВФ, виконання якої прискорить процес асоціації України з ЄС. А також, що все напряму залежить від світового зростання цін на ці ресурси. Однак принципи формування тарифів не зовсім зрозумілі. Уряд диктує вартість газу для споживачів. Решту житлово-комунальних тарифів визначає НКРЕ. Економічні закони є об'єктивними. Будь-яка цінова пропозиція складається з вартості ресурсу, затрат на його доставку та рентабельності тих організацій, які цим займаються. 3 складові. Тому будь-який тариф – вода, газу чи електропостачання, тепло – повинні розраховуватися за цим принципом.
доступність даного тарифу для населення залежить від того, яка там закладена рентабельність і ринковість закупівлі цього ресурсу. Ми роками споживали за цінами вищі, значно, які перевищували світові чи європейські ціни через те, що там уряд під головуванням колись ще Тимошенко заклав цю угоду, яку нам колись таки розказували, що це велика манна небесна. І ми ці гроші фактично сплачували задарма і значно перевищуючи ті більше, ніж більш розвинені і більш економічно розвинені країни Європи. То зараз фактично ми купуємо значно дешевше, але ми все одно ж платимо за реверс з тих країн, які їх споживають. Відповідно, стосовно газу, є достатня кількість місць видобування газу на території України, достатня покидів, як мінімум, хоча б, щоб забезпечити споживання населення. Підстав для підвищення тарифів, якщо виключити безпосередню зацікавленість в цьому окремих груп людей, немає. Важливо не допустити нового стрибка вартості енергоносіїв. Механізм дуже простий. Ринкове забезпечення ресурсу і прозорість його формування. Тобто, якщо це буде досягнуто, ну, я думаю, що можна якби уберегтися від великого зростання цих тарифів. Коли ми дуже значно відстаємо, знов-таки, в рази або в десятки разів від доходів нормальних європейських країн на душу населення, але тарифи в нас будуть зростати, то ми просто прийдемо до такого ж самого збанкрутіння наших підприємств, які займаються постачанням цих тарифів, або ми просто з черговий раз просто спровокуємо ще один віток інфляції. Тобто в цій ситуації якби, ну, дуже важливо такий баланс і дуже важливо протриматися на національному рівні для того, щоб не допустити чергового підвищення тарифів. Енергопостачання – одна з найбільш корумпованих галузей нашої економіки. Дехто заробляє тут надприбутки. Ресурсів для забезпечення економічної стабільності в Україні більш ніж достатньо. Ми видобуваємо майже 20 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Для забезпечення самих себе вистачить 16. Земля та її недра є об'єктами права власності українського народу. Тому виникає питання, чому ми отримуємо космічні рахунки за газ та тепло? І чому в такому разі кимось заплановано чергову хвилю зростання вартості енергоносіїв? Чи справа у субсидіях? Якщо прибрати соціальну складову адресної безповоротньої допомоги населенню та глянути на ситуацію з економічної точки зору, то все дуже схоже на добре продуманий механізм спрямування коштів з державного бюджету конкретним олігархам, які займаються постачанням енергоресурсів в Україні. Отже, перші слова щодо того, чи обґрунтовані тарифи сказані. Буквально за декілька хвилин ми зможемо подивитися зовсім коротенький сюжет щодо структури тарифу, адже декілька разів на наших програмах, коли ми про це говорили, саме з цього приводу виникали суперечки, навіть спекуляції. Для того, щоб цього не було, ми подивимося буквально за декілька хвилин, за що ми обов'язково платимо. А зараз я хотів би попросити Андрія Миколаєвича прокоментувати те, що було сказано, і сказати, тут я впевнений, що підключаться наші експерти, чому є цілий ряд прикладів, ну, скажімо, Харків, де місто виставляє претензії щодо якості, ну, зокрема, електроенергії, щодо обґрунтованості тарифів електроенергії, яку постачає обленерго, і виграє суди. А у нас все влаштовує. У нас буде ще сюжет щодо якості і води, яку ми маємо у наших трубах, і інших наших послуг. Жодного разу не було, ми усі знаємо, що нібито все не так добре, як хотілося б. Втім, жодного разу не пам'ятаю якогось інформаційного приводу, коли б місто справді перейнялося якістю послуг, що нам надаються, і вимагало б якусь компенсацію від постачальників цих послуг. Будь ласка. Да, дійсно, тарифи є різнообразні по різним направленням, і самою більшою долю це мають непосередньо самі енергоресурси. Це електроенергія, це газ. И, как правильно сказано в сюжете, очень много людей не понимают, почему такая ситуация возникает. Я, кроме как директор департамента, являюсь так же самое и потребителем этих услуг, и то же самое где-то задаю вопросы, почему такая ситуация возникает, и в рамках своих возможностей пытаюсь где-то
хотя бы хоть маломальски разбираться в этом поводе. Почему? Потому что на местном уровне мы, как местное самоуправление, можем утверждать тарифы, которые есть в наших полномочиях. А это вывоз твердобытовых отходов, эксплуатация лифтов, содержание домов придомовой территории, это перевозки транспортом и все. По сути, больше ничего. В данном случае водоснабжение, водоотведение утверждается на уровне Киева, газоснабжение на уровне Киева, электроэнергия на уровне Киева, теплоснабжение на уровне Киева. При этом те самые наши предприятия рассчитывают тариф, рассчитывают, закладывают те энергоносители, которые спускаются так же само с Киева. Поэтому к вопросу, почему не ведется какая-то работа между городским исполкомом и энергоснабжающими предприятиями в вопросах качества, то такие вопросы поднимаются, но, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нету соответствующих рычагов, к сожалению. Я думаю, что они сейчас в зародыше, и они будут возникать. Это и новосозданные подразделения городского совета, которые создались, и те общественные формирования, которые появляются, с тем, чтобы такую работу провести и испытать такое качество. Потому что на сегодняшний момент все наши там попытки депутатов, попытки исполнителей являются малоэффективными и очень слабыми. В свое время, я помню, это был где-то, наверное, год 2008-2009, когда мы вступили в очень большую такую перепалку с Облэнерго в вопросах качества, в вопросах использования сетей. И в конечном итоге мы дошли до того, что мерились силами. За долги Облэнерго давило на город отключение общежитий, вызывая социальный конфликт, когда люди выходили на проспекты, перекрывали проспекты. В конечном итоге маломальски попытались заключить какую-то мировую и пытаться работать в каком-то нормальном режиме. Руководство при этом меняется. Меняется постоянно руководство Облэнерго, Николаевгаза. Трансформируются системы управления, и в конечном итоге где-то даже в этих структурах нет понимания, кто чем занимается и кто какая зону ответственности имеет. Поэтому работа очень серьезная, и ей надо заниматься планомерно и системно. Вот у меня вопрос. Мы все понимаем, что работой надо заниматься планомерно и системно. Меняются не только руководители этих служб, о которых вы говорили, меняются депутатские комиссии, председатели, руководители исполкома. Когда же работа-то эта вот начнет планомерно вестись? Вадим, Владислав. Вы понимаете, в чем дело? Ну вот сегодня у нас была такая коллизия. Сегодня, кстати, была сессия городского совета. И мэр наложил вето на одно из решений, там, где мы утвердили положение по управлению коммунальной собственностью в том виде, в котором, ну, как бы депутаты, большинство депутатов комиссии коммунальной собственности ЖКХ и благоустройства города решили, что в таком регламенте будет, ну, нам понятно, как будет работать управление. Оно должно выполнять рекомендации нашей комиссии, ну и, как бы, скажем так, действовать на основании наших, скажем так, протокольных поручений. Мэр берет, накладывает вето, что наше решение комиссии носит только рекомендательный характер, и мы не можем влиять на процесс работы исполнительных органов власти. Так, пожалуйста, я ему сегодня предложил о том, что давайте мы распустим депутатские комиссии, вы все будете готовить на сессию, и мы на сессии будем принимать решение конкретно. То есть к чему это приведет? К тому, что зашьется департамент ЖКХ, зашьются все управления, которые сегодня фактически от нас зависят. Мы принимаем бюджет, мы принимаем планы по социально-экономическому развитию. Но сегодня говорить о том, что мы носим рекомендательный характер, так зачем тогда выбирать вообще депутатов городского совета? Есть мэр, есть исполнительная власть, пусть они себе работают.
Только чтобы вы понимали, это просто работа закончится через 2-3 месяца тем, что город просто станет. Сегодня мы имеем некомпетентного начальника управления капитального строительства города Николаева. Профильного образования нету. Мы сегодня имеем директора водоканала, который две книжки прочитал, что такое вода и система водопровода. Все видели, тысячи горожан увидели это видео, на котором он признался о том, что он за почти неполный там год прочитал две книжки или три книжки про систему водопровода. И пошло-поехало. Человек, который 15 лет вот работает, сидит директор департамента ЖКХ, 15 лет работает в системе управления ЖКХ. Ну, что сдвинулось у нас в этом управлении? Как дома там утепляли один там дом в год, так и утепляют. Как трубы там латали, там, как говорится, старым дедовским методом, так и латают. Ничего не изменилось. А 21 век на дворе. Все люди ездят за границу и видят, какое там качество воды, какие услуги. Да, дорого, но так качество какое? А здесь мы платим деньги уже, грубо говоря, практически европейские. А качество у нас как было, так и осталось на нуле. При том, что они рассказывают, что денег нету. Денег нету. Сколько у вас осталось неиспользованных денег с 2016 года в департаменте ЖКХ? Андрей Николаевич. 120 миллионов. 120 миллионов. Да у нас люди, даже горожане, не знают, какой бюджет вы города. Только скажите, почему она осталась? Я не знаю почему. Я не знаю почему. Я не знаю почему, но я знаю, что за деньги, за проведение тендеров, за проведение всей работы отвечаете вы. А то, что вы хотите сказать, что мы поздно бюджет приняли, вы это хотели сказать? Это в том числе. А я вам хочу другое сказать. О том, что как шахматка делится, кому мэр дает на определенные округа, а кому не дает. Сегодня 90% на УСМД получил АПО-блок и получила самопомощь. 90% на их объекты, на их УСМД, которые находятся на их округах, 90%. 90, даже больше, там 4 там, по пальцам можно, 3 или 4 депутата попали, один от нашего края и 2 попало от БПП. Все, остальные получило по блок и этот. Глава вашей фракции, глава фракции самопомощь Федор Панченко получил сколько там, 4 или 5 объектов. Естественно, люди за него проголосуют, потому что он пользуется тем ресурсом, который обязан получить весь город в равных долях. А у нас что происходит? Вот поэтому не надо пенять с больной головы на здоровую. Нужно просто любить свою работу, выполнять ее качественно, прислушиваться к рекомендациям, смотреть те инновационные технологии, которые сегодня применяются. А у нас департамент ЖКХ и мэр, и его команда как ежи. Какие-то технологии они не воспринимают, то не воспринимают. А все, что они выносят, они считают, что это хорошо, это модно. Владислав Олегович, я не можу просто далі вже мовчати, бо ви перебрали десь так разів у три час, який є на виступ. До речі, Андрій Миколаївич в класі чудово це. Тому, будь ласка, просто слідкуйте, щоб усіх були рівні можливості, щоб ніхто не казав, комусь дають більше, комусь менше. Я зараз пропоную подивитися сюжет про те, як нарешті після довгих вагань, після довгих дискусій, після доган, які оголошувалися, все ж таки була прийнята структура тарифу, який зараз є у Миколаєві, для того, щоб нам простіше було переходити до підключення вже у нашу дискусію наших експертів. Будь ласка, дивимося. На початку поточного року виконкомом було прийнято рішення про встановлення побудинкових тарифів. Проте у населення та депутатського корпусу виникли сумніви щодо правильності розрахунків. Було створено депутатську робочу групу, яка перевірила обґрунтованість впровадження побудинкових тарифів та відповідність процедури чинному законодавству. Департамент житлово-комунального господарства представив доопрацьований проєкт рішення, враховуючи всі зауваження. За словами директора департаменту, у ряді випадків було виявлено завищення показників прибудинкової території, що обслуговується. Після тривалого обговорення члени виконкому затвердили мінімальний перелік послуг на утримання будинків та прибудинкових територій, а також побудинкові тарифи. До мінімального переліку послуг включено прибирання прибудинкової території, вивезення побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, енергопостачання ліфтів,
освітленням місць загального користування і підвалів, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації, обслуговування димовентиляційних каналів. Отже, я сподіваюся, вже зараз не буде у нас різних думок щодо того, що входить, що не входить тариф. Це останні дані. Я думаю, що ані Андрій Миколаївич не заперечить, ані наші експерти. У нас є запитання від нашого глядача Ніколая Багачова. Чому жителі Варварівки платять за технічну воду таку ж стоїмость, як і за городську? Андрій Миколаївич, напевно, що вам відповідати? Да, я відповідаю. По большому счету, жители Варваровки действительно не имеют надлежащей, точнее воды надлежащего качества, более чем не имеют. Потому что нет соответствующего водоснабжения в данном микрорайоне. Все прекрасно знают, что вода, которой там пользуются люди, это вода из со скважин. Поэтому очень стоит острый вопрос о необходимости прокладки соответствующих водопроводных сетей на через речку и подачи ее на Варваровку, на Большую, на Малую Корениху и дальше уже за черту города на ближайшие села и поселения. Поэтому вопрос поднимался и рассматривался со стороны депутатского корпуса вместе с исполнительными органами о возможностях дотации тем категориям, которые пользуются данной водой, закупают ее со скважин с целью минимизации и этих затрат. Ну а также второй вопрос – это прокладки соответствующего водопровода на сторону Варваровки. Спасибо. Знаете, я в таких случаях часто вспоминаю стихотворение Саши Черного, которое не раз уже цитировал. Наши предки лезли в клети и вздыхали там не раз. Туго, братцы, наши дети будут жить вольготнее нас. Дети выросли, и эти лезли в клети поздний час и вздыхали. Наши дети встретят солнце после нас. Там стихотворение, конечно, значительно длиннее, заканчиваю словами. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв. А потомки, пусть потомки, проклиная жребий свой, и кляня свои потемки, лупят стенку головой. Так вот скажите, вот эти вот обещания светлого будущего, мы понимаем, конечно, нужно. Нет, ну разумеется, но как же иначе? Они звучат постоянно. И я понимаю, что жители Варваровки не раз слышали вот рассказы о том, что ну да, конечно, тяжело, но потом как-то вот, может быть, будет лучше. Однако вопрос ведь стоит не в том, что почему вы до сих пор не проложили там к ним нормальный водопровод. Ну, наверное, есть для этого какие-то объяснения. А почему они платят за техническую воду столько же, сколько платят за питьевую, хотя и питьевая достаточно условная у нас, может считаться питьевой, но в то же время, вот это в рамках полномочий города. Я просто хочу понять механизм. То ли вы должны обратиться к депутатам, а они должны это вынести на сессию, то ли депутаты должны как-то заинтересоваться, то ли у них там в Варваровке никто не избирался, то ли в Варваровке какой-то депутат из неправильной фракции, и его не слушают. Что там происходит, правильно. Вообще, объясните. Правильно. Тогда объясните, пожалуйста, Владислав Ильич. Там ситуация какая? В Большой Малой Коренихе идет дотация с городского бюджета на питьевую воду. В Варваровке там идет полностью коммерция. Там нет городского водоснабжения. Поэтому там работа идет предприниматели, которые имеют скважину на своем балансе, выкачивают воду, и поставщики, которые ее завозят непосредственно к тем жителям. Поэтому как такового централизованного водоснабжения в Варварке, там чистая коммерция предпринимателей. И депутат городского совета Бернацкий Александр Викторович на сегодняшний момент ведет работу совместно с центральной администрацией о соответствующих внесениях в программу ЖКХ, в бюджет города, о дотации к жителям Варваровки, так как это имеется в микрорайоне Большая Корениха и Малая Корениха. Ну, пока что жители Варваровки могут переезжать Большую и Малую Корениху, объявлять недоверие своему депутату, если он не выполнит того, что вот о чем говорит Николаевич. Ну, не знаю, ну, либо, может быть, слушать обещания о том, что в дальнейшем все будет когда-нибудь, может быть, хорошо. Наши эксперты уже давно готовы подсоединиться. Я вопрос один к вам. Сколько у нас дает водоканал прибыли?
Какой объем? Нету финансов. Нет ничего, да? Данных нет. Он в убытке. Так вот, решение проблемы. У нас решение проблемы по Коренихе и Варварах и по другим этим. У нас Черноморский 601 завод строили корабли, строили водоочистительные системы для этих кораблей. Опыт большой есть. Один из этих опытов — это Кобля там воду получает, очищает скважину. Так вот, и подсказка для всех горожан города Николаева, что мы можем, по примеру, немцев, пробить скважины. У нас глубина залегания грунтовых вод для ванны, стирки, уборки помещений от 17 до 28 метров. При насосе 5-16 кубов, 40 кубов в час. Это вполне обеспечивает. Так и Корениха, и Варварка. Не надо строить дюкер, перебрасывают воду. Нужно поставить обыкновенную очистительную установку, компактную. Какой расход воды на Корениха и Варварке? Скажите, не знаете. Но приблизительно. Для бытовых нужд для порядка бытовых... 50 литров в день на человека. Сколько? 50 литров в день на человека. 50 литров в день. Значит, а для того, чтобы человек пил воду, 3,5 литра на человека в день – это норма для приготовления пищи и всего остального. Значит, если семейство человека – это 30 литров, 30 литров берем, грубо берем, так, на месяц, это куб воды, вот так хватает с ногами, на месяц. Поэтому воду техническую подготовить до этой самой питьевой воды – качественной очистки. У нас очищает Кривоозерская вода, имеет системы такие очистки. Они продают воду со скважины, очищают ее до уровня немиллизованная, газированная, не газированная. Возьмите опыт. Элементарно простой. Установка небольшая, производительность очень высокая. До 5 тонн в час. Самая простая, самая легкая. К сожалению, наш режиссер... Это решать надо просто. А наши деньги, это самое, дотацию делать Коренихе за счет всех остальных жителей Николаева, извините, просто... Не так, к сожалению, наш режиссер не успел показать, как дернуло Владислава Ентина на словах «сделайте». То есть он как-то так не почти закричал «зачем?». Так вот, что мы с этим-то? На самом деле не надо проблему решать или надо решать как-то по-другому? Я просто, знаете, дерно так дернулся только из-за того, что вы думаете, что директор департамента не знает? Я просто хочу вам сказать о том, что сегодня, может, он даже знает больше, чем я, вы и мы, может, вместе взятые, с таким опытом 15 лет проработавший в департаменте ЖКХ и в этих условиях. Но вопрос в другом. И он же тоже молчит и не говорит о том, что мешает сегодня сделать это. Сделать. Вот просто прийти и сказать, вот моя личная инициатива. Мы строим там... делаем скважину и добываем воду. Для того, чтобы ее привести до норм, хотя бы до каких-то таких, чтобы можно было действительно, как вы говорите, правильно постирать это, но не питьевая. То есть столько-то, ну, такие-то фильтрационная система, которая стоит там 5 миллионов гривен, там, плюс скважина, плюс это. И прийти и сказать, вот, смотрите, есть уже концептуальное решение. Вы должны просто... проголосовать сначала на комиссии, а потом на сессии. Но нам этого никто не приносит. Нам приносят, знаете что? Дотацию, с которой легче всего где-то кому-то заработать, а не решить глобально эту проблему. Это вопрос не Палько. Почему? Потому что у нас Сенкевич решает проблемы, население нищает, да, пишут не свои пишут жалобы, он перебрасывает на департамент ЖКХ, решает. А что он может решать в своих объемах? Даже элементарнейший вопрос он не может решить. Почему? Кто у нас продает воду? Водоканал. Кто обязан увеличить объем продажи товара? Производитель. Он берет деньги, ничего не делает. Он даже не отвечает нормам поставки электрической энергии, то есть поставки воды и распределения поквартирно. Он увеличивает цену на откачку воды или на подкачку воды. Почему этот самый департамент покупает насосы и ставит их на Садовой и проспекте Ленина и на баланс цепляет ЖЭКу один, на Адмиральской? И почему платят жильцы за подкачку воды на 9 этаж? Почему? А ведь у нас 32% заложено уже на подкачку. Население молчит, не знает. А у него что делать выхода? А мне начальник ЖЭКа говорит, ты же пойми, что если мы не будем подкачивать, не будем обслуживать, кто принял решение? Водоканал отказался. Труба меняет водоканал, а он обязан проводить технический ремонт. То есть вы хотите ремонт. Сказать, что я в своих постоянных статьях, в своих постоянных защите работников как водоканала и горожан на правильном пути, о том, что нам сегодня есть проблема с директором, его сегодня нужно уволить, поставить профессионала, который бы решил бы эти проблемы.
Потому что проблемы есть. И они замалчиваются. На уровне департамента замалчиваются. На уровне потребителей замалчиваются. И потихонечку все платят. Вот пока вы тут говорите о глобальных каких-то вещах, вот этот житель Варварки, который написал нам вопрос, он продолжает. Мы платим водоканалу, пишет он, а не частникам. И мы, в конце концов, дождемся, пока заасфальтируют Варваровку, потом будем тянуть воду. Вот я так понимаю, что в этом действительно есть какая-то высшая логика. Господа, я понимаю, что вам всегда есть что сказать, однако я боюсь, что с вашими бурными полемическими способностями остальные эксперты так и не заговорят сегодня. Дмитрий Белозоров. Понял, спасибо. Добрый вечер. Я прошу прощения еще раз вопрос тогда к Владиславу Ентину, потому что он занимался этой проблемой водоканала. Мы можем сказать так, что у нас в кране течет вода даже не условно питьевая, а техническая, потому что хоть и договора у нас все-таки на питьевую воду. Но даже если наш горводоканал будет выдавать в систему самую чистую воду в мире, у нас она проходит через городские трубопроводы, которые изношены до предела. Есть ли тогда какие-то подвижки в том, чтобы заниматься их заменой или выделять хотя бы деньги на модернизацию и так далее? Потому что у нас сначала проходят они городские водопроводы, потом еще внутридомовые сети, которые тоже никем не обслуживаются на самом деле. Хоть деньги берутся с жильцов. Как я, с этим быть? Я сразу, можно отвечу? Да, конечно, пожалуйста. Чтобы быстрее диалог двигался. Вы правильно подметили, я вот буквально на днях столкнулся с таким вопросом, что мы сидели разговаривали, приехал ко мне товарищ, он проживает в Корабельном районе. И он говорит, а у меня закончилась дома вода, я покупаю бутилированную воду, 21 век на дворе. Ну как бы я просто приехал, и он говорит, да набери с крана воду. Я говорю, да ну под куда? Он говорит, ну мы в Корабельном районе, ну с крана берем. Мы, говорит, даже редко когда, ну через такой вот этот, ручной. Я говорю, как? Он говорит, да, говорит, у нас очистной стоит более новее. Корабельный район строился не так давно, и как бы трубы более-менее нормальные, у нас течет нормальная вода, потому что даже я когда сдавал анализы, и в принципе где-то вот чуть-чуть отклонение какое-то есть. Я говорю, что серьезно, я вот набрал, буквально там 2 дня пробовал пользоваться водой. Я вам хочу сказать, что сегодня водоканал не может позволить себе покупать трубы. Почему? Потому что он каждый месяц идет в убыток и очень большой. Мы разбирались с этим вопросом, потому что растет задолженность из-за неэффективного управления самим коммунальным предприятием. Чтобы вы понимали вообще, что на предприятии происходит, если даже поверка счетчиков водоканаловских делается частным предпринимателем. Еще когда начинался 7-й созыв, это было в прошлом году, я предложил о том, чтобы директор водоканала еще был до Дуденко, чтобы он написал заявление на комиссию о том, чтобы мы ему выделили средства в размере там 3 станка, да, кажется, есть маленькие станции проливочные. Да, ну там один станок, там где-то порядка там 500-600 тысяч гривен. То есть 1,5 миллиона гривен нужно было для водоканала купить 3 станка, которые бы делали поверку, все. До сих пор этого не сделано. В водоканал вы приходите счетчиком, вас отправляют к частному предпринимателю, который на этом зарабатывает. Пожалуйста, вот давайте попробуем внести ясность вообще в происходящее. То есть, есть коммунальное предприятие, да? То есть, ну, то, что у нас, в общем-то, замечательные вещи происходят с коммунальными предприятиями. Сначала господин Солтис вгоняет в долги коммунальное предприятие, говорю, тоже так. После него еще хуже. Да. Ну, я так понимаю, ну вы же поставили, да, и вы не спросили. Нет, Александр Федорович. Хорошо, а вы куда смотрите, депутаты? А мы? В общем, у вас там... У нас положения нету про комиссии. У вас... А кто принимает положение? Мэр принимает только... Подождите, а кто выносит на сессию? А мы не можем, это так... Смотрите. А кто регламент принимал? Нет, регламент сессии это одно, а регламент, по которому будет выбираться директор коммунального предприятия, у нас нету этой... Слушайте, сегодня. Я так понимаю, что Деосинкевич диктатор, ему вообще не нужны депутаты. Тогда почему у нас депутаты вообще за что-то голосуют? Или почему они не голосуют за то, что нужно? А я вам скажу, у нас сегодня большинство вопросов было, это бюджет. У нас земельные вопросы и у нас социально-экономического развития. Большинство вопросов у нас как бы вообще нету. Ну, сегодня вот сессия, это просто. Единственное, что мы поздравили, лично я поздравил Александра Федоровича с началом предвыборной кампании. И все, как бы, с тем, что началось. Все. Так, хорошо. Я всех вижу, однако вот давайте уже хотя бы по одному кругу наши гости. Дмитрий, я вижу вас. Сначала Александр, потом вы. У меня очень-очень маленький такой, знаете, саркастичный вопрос. Владислав, ну если есть вот мэр, который не дает депутатам работать, у вас есть 78-я, если я не ошибаюсь, статья закона про местное самоуправление, в котором вы можете его
снять с позиции, да, выразив импичмент. Ну так вперед. Значит, я вам хочу сказать, дело в том, что чтобы быть правильными вообще вот в этой логике, мэра выбирают избиратели, депутата выбирают избиратели. То есть говорить о том, что мы должны проголосовать или не должны там две трети для того, чтобы объявить импичмент, мы должны спросить у своих избирателей. И инициатором вообще в этом всем деле должны быть избиратели. И когда избиратели... Подождите, а вы помимо того, что депутаты, вы не голосуете? То есть вы сами по себе не избиратели? Мы не хотим брать эту ответственность на себя. А что вы вообще хотите на себя брать? В плане того, чтобы потом не сказали, вот депутаты плохие, нет. То есть сегодня люди должны просто до конца понять о том, что ну вот, да, вот проголосовали, да, вот делается, но... Что делается? В больницу. Вот сегодня даже наш коллега Панасенко попал там, никогда там, позавчера попал, и на него напали и избили. Так он, сегодня появилась статья, что вот в БСМП даже не работает МРТ. Когда только начинался, опять же, я говорю, повторюсь, у меня по Фрейду, вот сколько вот я предлагал, и все, оно срабатывает через какой-то период. Я предлагал, смотрите, у нас МРТ стоят частные, одесситы в Николаеве, в больнице, что нету? БСМП Херсонцы. БСМП Херсонцы, а в Дубках одесситы. Мало того, что одесситы стоят МРТ, и они еще платят за 70 квадратных метров, а там пол крыла, там где-то метров 300 или 500 используют. Я просто к чему говорю, что сегодня есть бюджет, сегодня уникальная возможность, громаднейший бюджет есть города, сегодня нужно быстренько вносить предложение, покупать МРТ, что-то делать. А сегодня мы имеем вот это вот, ну, скажем так, половину импотентных управлений, половину импотентных коммунальных предприятий, которые ничего не могут, даже мысли свои высказать не могут правильно для того, чтобы мы им чем-то помогли. Ну, то есть, понятно. Если бы это говорил любой из наших экспертов, я бы, в общем, это понял. Но мне странно слышать такие речи от депутата городского совета. Ну, Дмитрий Канарский, я пожалуйста. Я еще раз повторяю. Ну, простите, Ярослав. Я еще раз повторяю. Постоянно переваливается на жителей. Владислав, я к вам отношусь с уважением, но давайте говорить о том, что мы свою работу избирателей сделали. Не надо на нас вешать собак. Мы выбрали мэра, мы выбрали вас. Если вы не можете... расправиться, неважно, с мэром, то не надо говорить о том, что этому виноват. Это ваши проблемы. Смотрите. В результате получается, что у нас, с ваших слов, мэр диктатор, а депутаты горсовета такие, знаете, ой, мы не хотели бы рисковать своей попой и своим имиджем, вы за нас делаете грязную работу, сделайте так, чтобы Сенкевич ушел, а мы будем такие белые, пушистые, красивые. Нет, тушки. Вы депутаты, если вы не можете работать с этим мэром, повторяю, 78-я статья закона про местное самоуправление, выставляйте на голосование. Господа, мы уходим от темы тарифов, а я бы все-таки хотел к ней вернуться. Дмитрий Канарский, пожалуйста, потом Дмитрий Белозоров. Большое спасибо, что пригласили. Я тоже хотел бы вернуться к теме нашей передачи, немножко снизить градус. Как я вижу... На цену тарифов этих, на сами тарифы влияет два фактора основных. Это очень неэффективные технологии и очень неэффективное управление. Когда они сталкиваются вместе, получается то, что мы имеем, и нам нужно начинать исправлять и ту, и другую проблему одновременно. И я бы не политизировал здесь, потому что, ну, Владислав очень, ну, как-то горячо так всю информацию подает, но на самом деле политика – это, ну, это то, во что мы можем играться, когда у нас все хорошо. А когда у нас, вот мы в такой ситуации оказываемся, как сейчас, когда у нас технологии настолько устаревшие, что нам, ну, это действительно караул, а мы еще продолжаем там пытаться действительно ответственность друг за друга, там, друг на друга перекладывать, депутаты действительно избраны людьми для того, чтобы отстаивать интересы там, каких-то узких кругов людей, там, округов, может быть, там, какие-то конкретные вопросы решать. И когда вы говорите о том, что вы хотите депутатским комиссиям там, дать какие-то полномочия, которыми они не могут быть наделены согласно регламенту и закону о местном самоуправлении, то я удивляюсь, потому что на самом-то деле вы не договорили просто о рекомендательном наделены, характере. Но не исполняется исполнительная власть. Вы не договорили о рекомендательном характере решений комиссии. Не договорили, кому рекомендации. Эти рекомендации... Исполнительной власти. Нет, они рекомендуют решения для сессии городского совета. Нет. То есть вы, как узкие специалисты,
просто рассматривайте вопрос перед тем, как вся группа депутатов, 54 человека, решают этот вопрос. Вы немножко не поняли. Смотрите, можно я перебью? Ну, секунду. Давай. Заходит письмо на управление коммунальной собственности о том, что Иванов, Петров, Сидоров хочет получить помещение в аренду там или что-то сделать. Начальник управления готовит проект решения и дает нам, депутатам, он готовит. Мы принимаем решение, да, нет, воздержались. Либо свою какую-то там, скажем так, ну, рекомендацию. Отдаем ему назад для исполнения. И вопрос в том, что мы говорим о том, что нет, мы не даем там помещение или что-то. А начальник управления подписывает и дает. Вот в этом у нас была коллизия. Какие вопросы тогда решают депутаты на сессии в таком случае? Не те ли вопросы, которые вы проработали на комиссии? Вы выносите же на сессию эти вопросы? Смотрите, нет, вот даже, чтобы вы понимали, даже если касается управления, например, коммунальной собственности, эти вопросы даже до сессии не доходят. Оно может дойти тогда, когда помещение то или иное арендатором арендовалось, получило разрешение на неделимое улучшение, арендовал какой-то там длительный период, и он решил это помещение выкупить, у него есть первоочередное право. Вот мы решаем дать ему это первоочередное право, либо выставить объект на аукцион. Все. Господа, так, мы опять ушли от темы тарифов, хотя на самом-то деле... То есть я понимаю, что, может быть, наши зрители сейчас поняли главное. Депутаты не способны повлиять абсолютно ни на что, кроме дележа городской собственности, потому что когда они там раздают землю и когда они раздают аренду, у них там с этим все в порядке. Никто из них не жалуется на то, что им надо срочно обратиться к андрологу и проверить свою потенцию. А тут как бы все в порядке, вроде бы вот можно, получается. Во всем остальном не получается, нету полномочий. Вот Дмитрий говорил, Александр Картеев еще нет. Давайте, Александр, пожалуйста, вступайте. Передачи к тарифам. Как сделать так, чтобы тарифы были меньше? Вот у человека начал про скважины говорить. Это один из маленьких примеров, как можно уменьшить тарифы. Сделать конкуренцию. У нас сейчас на рынке ЖКХ монополисты, Водоканал монополисты, Николаевгаз монополист, Обленерго монополист, Облтеплоэнерго монополист. Надо, чтобы власти создали условия конкуренции. Пример. Угартелеком был монополистом. Ввели сейчас мобильные операторы. Цены начали между собой соревноваться меньше. Пример. Интернет-провайдеры. Сколько их? Цены соревнуются. Нужно властям завести на рынок больше конкурентов. Но это властям невыгодно. Почему? Потому что... Тяжело тогда будет влиять на определенных сферах. Проще какого-нибудь предпринимателя отключить от центрального водоснабжения, какого-то депутата отключить его офисы и легче давить с помощью монополии, легче давить на бизнес, легче давить на депутатов. Но при этом тарифы высокие, за которые платят граждане. Нужно создать конкуренцию, убирать монополии. Это будет главная причина, основа для снижения тарифов. Ну, я, честно говоря, не понимаю, в какой космос вы только что вещали, потому что Владислав вам только что сказал, что ни для чего из того, о чем вы говорите, у депутатов нет силы, возможности, желания, политической воли и смелости. Пожалуйста. Я бы хотел бы ответить на вашу реплику по поводу того, что депутаты делят имущество. Значит, за вот этот почти уже 2 года мы не продали ни одного... Может, продали уже все просто? Нет, может быть, да, попередники продали, но вопрос в том, что помещение не было продано за 7-й созыв до 20-й сессии. Это первое. И второе. Вот только что Каракеев говорил по поводу монополий. Еще был Гайдаржи. Озвучил, дал протокольное поручение. Пожалуйста, возьмите пакет документов, который нужен для участия в приватизации ТЭЦ и в приватизации Николаевоблэнерго. Все те генерирующие предприятия, которые, ну, как бы находятся на территории города, которые генерируют для города. Почему город с полумиллиардным бюджетом развития не может участвовать в приватизации? Почему? И все хихоньки-хахоньки. Гайдаржи ушел. Пришел новый заместитель, говоришь, рассказываешь, смотрят как, ну, знаете, просто смешно. Это не проблема в нас, проблема в исполнительной власти, потому что я не знаю, что происходит с теми заместителями, непосредственно с руководителями, которые как бы прекрасно понимают о том, что они тоже живут в этом городе, ну что-то делать-то нужно. Вот Канарский производит там эти котлы пилетные, люди покупают их уже, раньше если смотрели, как говорится, как на Rolls-Royce, а сейчас люди покупают и понимают о том, что они экономят. Посмотрите сегодня, сколько в Николаеве добавилось солнечных панелей на домах.
Десятками не добавляются, потому что люди понимают о том, что да, они вложили, и они зарабатывают, они не зависят ни от кого. Так же самое город, имея сегодня бюджет, мы можем участвовать и в приватизации, что-то создавать, что-то сделать. Но вы поймите одно, что мы, вот как сегодня мэр сказал, мы носим рекомендательный характер, и вот это сидите, а мы вам подготовим решение, вы на сессии будете принимать решение. Так у нам не готовят такие решения, которые бы сделали бы действительно доступным и комфортным проживание на данной территории. Слава, я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему депутаты, обладая всеми необходимыми для этого полномочиями, в частности, институтом помощников депутатов, в которые могут быть юристы, узкопрофильные специалисты, не готовят предложения, не проходят через комиссии, потому что, ну уж кому-кому, депутату пройти через комиссию, не такая большая проблема, сам был депутатом, знаю, и вынести вопрос на сессию. И если это действительно вопрос какого-то улучшения жизни, качества жизни горожан, то поверьте, и СМИ вам в помощь, и необходимую информационную кампанию вы можете провести, даже если без СМИ, то просто по дворам и вывести людей, которые потребуют проголосовать. Вот. Все это можно сделать. Я вам хочу сказать одно, что сегодня мы уже такую инициативу рассматриваем о том, что нам нужно помимо нашей воли подключать горожан, вот то, о чем говорит Ухмановский, и для того, чтобы понимать, устраивает ли людей сегодня жить в тех условиях, которые не живут. И мы сегодня видим, поборы, как в школах были, они так и остались. Качество питания, сначала оно с заменой директора коммунального предприятия, комбината общественного питания, сначала улучшилось, далее как да, пряник тут, кинули. Тут, кстати, была версия, что Панасенко побили за ухудшение качества питания в школах, но потом все-таки следствие установило, что нет, потому что иначе его бы били портфелями, иранцами. Так что, вероятно, все-таки нашлись другие грехи. Да. Иван Харитонов, пожалуйста. Я говорил про монополистов, что они, скажем так, не дают, никого не подпускают. На самом деле, я думаю, что ситуация в ближайшее время изменится. Мы 1 апреля наблюдали, когда за счетчики на газ вроде бы все должны начинать резко платить. Но потом эту тему отменили, но ее просто отложили в другой ящик. И, насколько я понимаю, с октября ее опять вводят. То есть мы будем отдельно платить за подключение газ, за подключение электричества и за подключение воды. И плюс еще отдельно по тарифы. Насколько я понимаю, тарифы немного уменьшат на эту сумму. Там больше, меньше. Ну, обещают, что вроде бы меньше. Хотя в это не сильно верится. Так вот, я к чему разговор веду. Когда будет отдельно за поставку, допустим, отопления, да, ну, теплоносителя. То есть мы будем платить отдельно за подключение к сетям и отдельно за тепло, тогда у нас появится возможность, что на этот рынок придут там детский сад с пилетами, там придет Ножкин там и прочее, прочее. То есть будет несколько игроков по поставке тепла, по поставке воды, по поставке электричества. И тогда появится нормальная конкуренция. Вопрос, как скоро это будет, раз. Второе, это, что у нас не проводится никакая кампания по объяснению, что это будет, для чего это будет. Ну, Иван, давайте тогда мы начнем эту кампанию, посмотрим сейчас сюжет, как раз который посвящен вот этому новому закону. Пожалуйста. Прямой эфир, все бывает. Житлово-комунальне господарство – одна з найменш реформованих сфер в економіці країни. На сьогоднішній день існує нагальна потреба збалансувати інтереси споживачів житлово-комунальних послуг та тих, хто їх надає. Основними проблемами галузі ЖКГ є низька якість послуг, великий знос ресурсів, відсутність прозорості у формуванні тарифів і цін на послуги, недостатня нормативна правова база і основне – значна монополізація даної сфери, практична відсутність будь-якої конкуренції. Основним моментом і основним першим етапом для регулювання всіх цих питань є закріплення на законодавчому рівні всієї цієї проблематики і путей механізмів її вирішення. Так, в 2016 году в первом чтении был принят закон Украины о жилищно-коммунальном хозяйстве Украины, в котором сделана попытка урегулировать на законодательном уровне все эти вопросы и, скажем так, соблюдением баланса интереса как потребителей данных услуг, так и исполнителей данных услуг.
Весь цей час, майже півтора роки, закон доопрацьовували. Профільним комітетом розглянуто більш ніж 400 поправок. Більшу їх частку враховано. 152 відхилено. Отже, які корисні для споживача нововведення та механізми урегулювання існуючих проблем внесені в нову редакцію закону? Во-первых, необходимо сказать о том, что предусмотрена свобода договора, которая заключается между исполнителем данной услуги и потребителем. То есть любая сторона, как исполнитель, как и потребитель, имеет право вносить свои корректировки, предлагать проект договора, свои условия. Початок непоганий. Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги прописує, що комунальні послуги повинні поставлятися безперервно. Регламентовані чіткі вимоги до їх якості. Про тимчасове відключення для проведення профілактичних чи ремонтних робіт постачальник повинен попереджати заздалегідь. Мінімум за 10 днів. А ось за несвоєчасну оплату комунальних послуг споживачу буде нараховуватися пеня. В данном законопроекте предусмотрено начисление пени на потребителя в случае, если он просрочил сроки уплаты. При этом размер пени устанавливается в договоре, который заключается между сторонами. Но законодатель в законе указал граничный максимальный размер этой пени, которая не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом сумма пени не может превышать 100% от суммы основного долга по коммунальному платежу. В той же час передбачена відповідальність постачальників за надання неякісних послуг. Ответственность заключается в том, что данный исполнитель обязан самостоятельно сделать перерасчет данной услуги, стоимости данной услуги, и при этом предусмотрено право потребителя на взыскание пени с данного исполнителя. Конечно, этот момент, с одной стороны, формально, с моей точки зрения, защищает права потребителя от предоставления некачественных услуг, но при этом ни сам порядок, ни размер пені на законодательном уровне нигде не установлен. Новою редакцією також передбачено розмежування вартості самої послуги, що надається, та абонентської сплати за обслуговування. Предлагается разделить стоимость, себестоимость самой предоставляемой услуги от абонентской платы за обслуживание абонента, а также сетей. То есть это как недавно пытались разграничить стоимость за предоставленный газ, то есть отдельно платится за фактическое потребление газа и отдельно платится за обслуживание сетей газораспределения. Этот момент, с одной стороны, направлен на то, чтобы сделать более прозрачным ценообразование за данную услугу, но при этом размер за оказанную услугу может безосновательно возрастать, потому что в данной стоимости может быть один из элементов, размер которого не урегулирован на законодательном уровне. В документе прописано, коли постачальники тепла повинні починати опалювальний сезон і температурні режими в оселях в цей період. А також розмір відсотків від суми в платіжках, на який його буде зменшено у разі невиконання цих норм. До речі, якщо температура повітря в квартирі нижче 12 градусів, відповідно до закону платити за опалення не потрібно. Однак при цьому в законі уточнюється, що все це працює за умови здійснення заходів з утеплення приміщень і місць загального користування. Якщо в квартирі старі вікна, які пропускають тепло, вимагати від постачальника послуг перерахувати суму в платіжках не можна. Кроме того, в новом законопроекте предусмотрено, что осуществление текущего обслуживания сетей, как газоснабжения, так и электроснабжения, осуществляет исключительно оператор газораспределения, соответственно, энергораспределения. Если стоит вопрос о капитальном ремонте внутридомовой системы, которая обеспечивает предоставление той или иной коммунальной услуги, то эта обязанность возлагается на потребителя либо на сособственников многоквартирного дома. Тобто, якщо в будинку протікає труба, за ремонт відповідають самі мешканці. Також самим потрібно платити за ремонт внутрішньобудинкових систем газо та електропостачання. За ремонт в під'їздах, на даху, у підвалі також доведеться відповідати самостійно.
Отже, Олег Чалов, який має небайдужий досвід спілкування з найвищими ланками нашої держави у цій галузі, я думаю, зможе прокоментувати цей сюжет. Я би хотів сказати не о найвищих ланках і о каких-то структурах управління в мерії і каких-то негараздах, що там не виходить кому-то на кого-то впливати. И структура тарифа состоит из каких-то составных на производство, например, тепла, и на то, какой объект подключен, то есть конфигурация самого объекта. От этого зависит потребление. И хотел бы акцентировать на том, что водоканал, проблема трасс, труб – это достаточно серьезная проблема. Они старые, понятно, нужно очень много средств на их замену. А вот элементарные вещи, которые у нас в Николаеве не делаются, как показала практика, мы снимали контраргумент осенью 2016 года, мы объехали весь Николаев, и мы практически во всех районах города, кроме ОСМД, видим такую картину. Все окна открыты, то есть все двери открыты. Мы сняли, присутствовал товарищ мэр, об этом поговорили в студии перед отопительным сезоном. Значит, для примера мы взяли дом, обычную старую пятиэтажку, закрыли окна, это ОСМД пятиэтажка, и просто заменили краны и стояки отопления. Это обошлось примерно в 100 тысяч гривен. Разница на одном квадратном метре была 10 гривен. Для людей сегодня самое большое в структуре затрат семейного бюджета – это отопление. Соседний дом тратил примерно 26 гривен в отопительный сезон. Этот самый дом тратил холодный самый холодный месяц. В марте там было 7 гривен. И вот товарищ, представитель департамента ЖКХ, вот если честно, мне совершенно непонятно, как можно допустить до такого, что в городе Николаеве практически везде все управляющие компании, ЖЭКи и так далее, то есть эти деньги собирались с жильцов. До 2017 года это было в структуре тарифа, этот ремонт, но ничего абсолютно не делалось. И мы, кстати, сняли, еще проехали, поснимали для контраргумента уже после отопительного сезона. Несмотря на то, что о проблеме говорили осенью 2016, никто ничего не сделал, вообще ничего не сделал. А нам представитель департамента ЖКХ сказала, что мы будем там что-то делать глобальное в теплотрассах и так далее. У меня такой вопрос. Почему эти элементарные вещи не делаются? Как вот закрыть места загального пользования, закрыть теплопотери. Я вот еще один момент хочу добавить только. Значит, у нас вот эта передача, о которой говорит Олег, был сюжет о оголенных участках теплотрассы. И что самое интересное, мне потом, специалисты, которые в этом разбираются, говорят, ты людей вводишь в заблуждение, ты говоришь, что все теплотрассы – это дело, значит, ЖКХ, на самом деле там они распределены, есть там участки, за которые отвечает там ТЭС, там еще кто-то, и нужно понимать, к кому этот участок относится, может быть, это вообще не ЖКХ. Так вот, что интересно, там, когда мы показывали этот участок, четко совершенно говорился адрес, конкретная привязка, кто, что, где, когда, ну, в смысле, вот, когда снимали, на каком адресе она находится, как потом выяснилось, это не как раз была не ответственность департамента жилищно-коммунального хозяйства. Однако человек, который нам комментировал, говорил, ну да, от ЖКХ, ну да, да, ну, конечно, мы там что делаем, ну, может, не доделали, но в целом будем делать. Оказалось, что она просто не владеет ситуацией, на каком участке что у нее находится, и где ее хозяйство, а где совершенно не ее зона ответственности. И я думаю, что именно поэтому вот происходит все то, о чем говорит Олег Чалов. Я хочу добавить, но окна подъездов – это как раз департамент ЖКХ, кроме домов ОСМД. То есть эти деньги, вот вы уже 15 лет там работаете, эти деньги собирались исправно каждый год, ну, скажем так, 99%, кто-то не платил там, ну, в основном собирались, но, а почему так, там проехать по городу, вот в любое время, ремонт последний был подъездных вот этих окон, ну, наверное, лет 10. Или, может быть, до момента вашего, может и 15, может быть, до момента вашего появления. Почему так?
Ну, Андрей Николаевич, я думаю, тут уже накопилось много всего. Я думаю, что я честно вам буду дать 3 минуты, чтобы вы ответили, собственно, на большинство вопросов, которые здесь звучали. Пожалуйста. Хочу по нескольким вопросам сказать. Касательно теплотрасс, технических окон или окон в подъездах, надо разделять о том, что есть зона ответственности предпринимателей, исполнителей услуг. Есть теплоснабжающие предприятия, есть жилищно-эксплуатационные предприятия, те самые СМД, которые есть зона ответственности каждого в том или ином направлении. Если касательно теплотрасс, то да, там где-то есть теплоснабжающие, у них там есть какая-то инвест-программа, и городской бюджет не может туда потратить деньги. Есть те самые жилищно-эксплуатационные предприятия. Неоднократно проговаривалось о том, что, уважаемые, необходимо закрыть соответствующие технические окна. Призывалось о том, что люди, если такое есть, где-то не закрываются, тоже обращайте на это дело внимание, потому что при всем желании более 3000 домов в зоне ответственности департамента жилищно-коммунального хозяйства объехать все нереально. Что касательно окон в подъездах, то при всем желании замену окон жилищно-эксплуатационное предприятие никоим образом сделать не могло, как бы мы ни говорили. И говорить о том, что 15 лет там, или 10 лет назад, статья «Текущий ремонт» появилась в тарифе квартирной платы в 2008 году. В 2009 году был принят экономически обоснованный тариф. С момента 2009 года то, что по идее должно было быть и постоянно регламентироваться и корректироваться, не проводилось до 2017 года. Это вопрос о том, что политический или не политический. 8 лет не менялся тариф. Не менялся он политически. И сейчас, когда принят был тариф, опять же, вмешалась политика, и тариф изменился. Тариф изменился в лучшую сторону и в худшую сторону, я думаю, покажет время. Но технических там ошибок было не так много, и они были допущены исполнителями услуг. А глобально, что изменилось в тарифе, убрали статью «Текущий ремонт». Вот это самое интересное. Вот, смотрите. Убрали статью «Текущий ремонт». При этом за вот эти 8 лет, вот говорилась структура тарифа по содержанию жилья. Вот если посмотрите еще раз на ту структуру, непосредственно работа жилищно-эксплуатационного предприятия, услуги две. Все остальное это транзитом проходит через жилищно-эксплуатационное предприятие на прочих исполнителей. Смотрите, сейчас, подожди, Иван, цитируя вас, смотрите, в 2017 году убрали вот эту составляющую тарифа ремонт, правильно я понимаю? В 2009 году, точнее с 2009 года она была в структуре тарифа, да. То есть она была примерно около гривны, вот эти вот ремонты. Меньше. Ну, где-то меньше, где-то, потому что менялись весь курсы. Весь тариф был не более гривны 80. Такой вопрос. А куда делись, послушайте, 83, куда делись вот эти деньги, которые с 9-го года были в структуре тарифа на ремонт, если этого ремонта никто не делал, и вот вы говорите, там какие-то подрядчики, неужели это подрядчики украли и списали как-то? Вы посмотрите более внимательно, если изучить структуру того самого тарифа, начисления и расчеты, то мы должны понимать, рост заработной платы съедает текущий ремонт, рост энергоносителей съедает текущий ремонт, рост налогов съедает текущий ремонт, рост ТБО съедает текущий ремонт. Вот эти все позиции, то сдерживая тариф на одном уровне, и при этом насчет того самого жилищно-эксплуатационного предприятия приходит к оплате от возчика, от энергоносителя, от налоговика, от зарплаты. Ему надо заплатить эти услуги, иначе вообще уголовное дело. За счет чего его это делать? Дотация городского бюджета, либо же перекрывать за счет других статей. Андрей Николаевич, подождите, господа, вот я пока не потерял мысль. Смотрите, как интересно получается. Есть зарплата работников ЖЭКа, на которую есть определенный объем работы, который они должны сделать. Потом вдруг оказывается, что в силу объективных обстоятельств они не могут выполнять этот объем работы, потому что нету денег. А люди платят за то, что они выполняют эту работу. И для того, чтобы им выплатить зарплату за то, чего они не делают, потому что не могут сделать, потому что из другого места забрали эти деньги, да, забираются деньги из коммунального ремонта, отдаются им,
за ту работу, которую они не делают, потому что они не делают коммунальный ремонт, правильно? И говорят, нет, а как же мы сделаем коммунальный ремонт? Мы же мы должны были зарплату заплатить. Вот что-то в этом замкнутом круге я не могу ничего понять. Комментарий сейчас, две секунды. Там идет разбивка. Отдельно трубопроводы, отдельно какие-то, да, сети, мережи. И отдельно наибольшая величина всегда в ЖКХ-тарифе – это ремонт элементов конструктивных. Будинковых. И эти ремонты, вот мы проезжали осенью 16 года, потом весной 17 года, выборочно. Вот вы говорите, там 3000 домов, там мы не можем. Мы проехали просто выборочно, там не делается, в том районе никто ничего не делает. Вообще, то есть там видно по рамам, которые уже сгнили, ну там вот 15 лет вообще никто ничего не делал. В доме нету не одни только окна. Так подождите. В доме еще водопровод, канализация, так электроснабжение. Это под другим составным. Дымовентиляционные каналы. Это под другим составным. Почему за те же деньги это в одной статье было. В одной статье текущий ремонт. Смотрите, это по другим составным идет. Нет, это в одной составляющей стоял. В одной составляющей текущий ремонт. Так, господа, у нас я у всех вижу. Я прекрасно понимаю, что эта программа, мы на все вопросы не ответим, однако давайте все-таки послушаем зрителя, который сумел до нас дозвониться. Слушайте, говорите, пожалуйста, в эфире. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень интересно по подоймовым тарифам. Я слышу, что слишком громко там, я чисто сойду. Но мне просто интересно, значит, в тариф входит обслуживание прилегающей территории, обслуживание, ну я говорю по гуртожитку, потому что я живу в общежитии, мне просто интересно. Значит, обслуживание прилегающей территории, обслуживание дворовых сетей, обслуживание водоснабжения, потому что мы платим напрямую ЖЭКу, гуртожитку, и обслуживание газа, это все идет тоже в гуртожиток. Мне интересно, на сегодняшний момент, как вы будете разделять вот это вот все, если у нас нет вот, прямых договоров с водоканалом, с Облэнерго, и они не хотят идти с нами на прямые договора. Спасибо большое. Я сейчас просто добавлю вот к этому вопросу еще один вопрос зрителя, который тоже касается вот как раз этого самого разделения. Мне не совсем он понятен, но я надеюсь, что поймут те, кому он адресован. Почему цену за квадратный метр привязывают к освещению? Не совсем это, просто потому что я живу в частном доме, поэтому тут не все проблемы меня касаются. Почему цену за квадратный метр привязывают к освещению? Освещение по счетчику, сколько намотали, столько плати. А так получается, намотали на 2 гривны по счетчику, плати по тарифу квадрата. Куда идет эта разница? Пример, еще сосед живет в 50 квадратах, а допустим я в 100 метрах. Лампочка она светит в подъезде одинаково. Надо цену освещения привязывать показаниям счетчика. Ну, вот я еще раз говорю, поскольку меня эти проблемы как-то мало касаются, я не совсем понимаю, о чем идет речь, но думаю, что жители многоквартирных домов, в общем-то, ну, поняли, что спрашивает. Пропорционально объему собственности и все. Ну, вот тогда, ну, я понимаю, что в СМД у вас там все-таки немножко другая тема, да, вы уже там у себя решили, как делиться. Нет, это практика принятая на государственном уровне. Я первый вопрос, то, что прозвучало в эфире по поводу общежития. Дело в том, что в общежитии на сегодняшний момент является у нас наиболее сложным в рамках тарифообразования и учета. Почему? Потому что общежитие в свое время строилось для временного проживания работников тех или иных предприятий. Предприятие либо умерло, либо передало. В конечном итоге получалось так, что обустроенного жилья нету, есть общежитие, при этом как быть с тарифами. И разделить этот учет между жителями, по сути, нереально. Если ты живешь в квартире, она обособленная квартира, тебе пришла газовая труба, счетчик стоит, ты там мог сколько потребил, столько есть. В общежитиях кухня общего пользования, где-то газовые плиты, где-то электрические плиты. Идет коридорного типа, либо же блочного типа, тоже как разделить места общего пользования в этом вопросе. Поэтому дома, общежития, которые строились, они строились с целью того, что предприятие оплачивает жилищно-коммунальные услуги. И такой вопрос в те времена не стоял. На сегодняшний момент стоит вопрос о том, что необходимо пусть даже эту категорию общежитий переводить на прямое абонирование.
Работа ведется в этом направлении в качестве облэнерго электрической сети, потому что очень много там идет, я бы сказал, злоупотреблений, связанных с потреблением этой электрической энергии, и очень много конфликтов в данном вопросе. Такой же самый вопрос стоит по газовому учету, так как кухня общего пользования, как бы то ни было, все равно не разделишь на те самые комнаты, есть кухня. Поэтому там есть выход только один, это учет либо на кухню, либо на блок. Касательно второго вопроса, который прозвучал по поводу лампочки, по поводу освещения, есть постановление Кабинета министров 869, который единицу измерения определяет квадратный метр. И коммунальное освещение и использование электроэнергии для лифтов, есть счетчик, который говорит, что для коммунального освещения было потрачено, там, скажем, там, 50 киловатт. 50 киловатт раскидывается пропорционально площади на квадратный метр занимает, потому что иную величину, к сожалению, применить почти нереально. Уехал ты на дачу, по сути, коммунальным освещением ты не пользуешься. Как это дело учитывать? Приехали гости, как это учитывать? Приехали квартиранты живут, как это учитывать? Это, по сути, постоянно будет идти спор. Поэтому государством принята единая на сегодняшний момент величина – это квадратный метр. Разделение в таком вот... Спасибо. Господа, пожалуйста, но очень коротко, у нас есть звонок зрителя. Пожалуйста. У меня даже, ну, скажем так, у меня вопрос. По поводу тарифов, почему не делался ремонт и прочее, прочее. Мой ответ такой, что потому что это был монополист. То есть никуда не уйдешь, вот только есть ЖЭК и все. Сейчас появились СББ. И мой вопрос к Палько следующий, это какая дальнейшая судьба ожидает оставшиеся ЖЭКи, что будет с домами, которые не перешли в СМД в ближайшее время у нас в городе, вот, ну, какие действия, то есть то, что обещано, что будут управляющие компании, это одно, а реальные наши, городские. Андрей, только я вас очень прошу коротко, потому что зритель ждет. Хорошо. Коротко, мое все-таки ожидание о том, что максимально будут созданы объединения с владельцами многоквартирных домов. Мое ожидание. Останется у нас, и ожидаю, что будет проблема, связанная с малоквартирным жилым фондом. То есть двух-трехэтажные дома, для которых создать СМД будет на данном этапе, может быть, сложно. Потому что когда большой дом, большие сборы, то в принципе можно сработать в данном этапе. И в данном вопросе планируется, что останутся коммунальные управляющие компании, которые будут... Ну, те же самые ЖЭКи на данном этапе обслуживать. В мировой практике СМД потом трансформируется в мини-ассоциации, и они таким образом проводят какие-то совместные вот мероприятия по содержанию. И в данном случае город не должен диктовать в отношении того, как жить людям в том ином СМД. Город должен помогать, и местные органы власти должны помогать. Поэтому в вопросах ремонта, какой-то правовой помощи, какой-то организационной помощи. Город должен помогать, но не жить вместо людей. И это к тому же самому вопросу по поводу, почему окна не меняются, почему то, почему это. Потому что как бы то ни было, если есть инициатива у жителей сделать себе жить лучше, сделать жизнь себе экономичнее, выгодней, в этом формате идет диалог. Что можно сделать, как можно сделать, куда можно направить эти средства. К сожалению, где-то это было не услышано, но с другой стороны, очень много СМД в прошлом году было создано, и сейчас тенденция идет и к созданию. И я все-таки надеюсь на эту положительную тенденцию к созданию СМД, к появлению эффективного собственника, к появлению понимания. А в дальнейшем те самые СМД могут также сам нанимать управляющие компании, и уже тогда на договорных отношениях работать с коммунальными либо частными управляющими компаниями. Такая практика в мире тоже существует. То есть ЖЭКи должны трансформироваться и работать на условиях заказчик-исполнитель. Спасибо большое. Спасибо нашему зрителю за терпение. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Это космонавт 138В. Мы представители дома 138В обращались, были на приеме у Палько. И то, что он сейчас вот говорит, обманывает коллектив и присутствующих по поводу работы 19-го ЖЭКа. Мы не просили
о том, чтобы какую-то помощь там оказать там деньгами или что. А то, что дом с помощью работников 19-го ЖЭКа разворовывается после того, после той встречи, вот, разворовали систему дымоудаления. Палько обещал, что там мы примем меры, поговорим и все это. И пожарный водопровод, так же самое. Это там не надо ничего. Там надо было просто восстановить его в рабочем состоянии. И кроме того, Палько даже ответ не дали. Вот смотрим, а ответ не дали нам по поводу вот того обращения, к которому мы были у него на приеме. Спасибо, это... спасибо. У вас, к сожалению, закончилась ваша минута. Андрей, я полагаю, что Андрей Николаевич сейчас что-нибудь вам все-таки ответит. Пожалуйста. Ну, по поводу того, что никаких мер не предпринято, не могу сказать что-то так, потому что соответствующие мероприятия были сделаны по отношению к руководству ЖКП «Південь» и в отношении вопросов, которые задавали люди, я подверю, потому что ответ не могли мы не дать по данному вопросу. То, что касается пожарной, это дом повышенной этажности, и там находится система пожаротушения, дымоудаления. На протяжении многих лет она, естественно, не эксплуатировалась и пришла в негодность. Поэтому выполнение ее восстановления в соответствии с соответствующими нормами – это не такой простой работы, как считает телезритель. Поэтому я подуточнюсь по ответу, и я думаю, там дополнительно дадим более обширный ответ, что это такое и к чему это ведется. То, что касается деятельности там, 19-го ЖЭКа или там, конкретного специалиста, откуда что там разворовали, то руководство ЖКП «Південь» было изменено. На сегодняшний момент туда еще будет дополнительно подкреплено соответствующими кадровыми изменениями, и я надеюсь, что и это предприятие все-таки заработает хоть на каком-то минимальном эффективном уровне. Спасибо. Еще один вопрос зрителя, небольшой тайм-аут, потому что иначе мы не успеем еще как минимум две темы говорить. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит Александр Полищук. Я хотел бы обратиться больше к телезрителям, чтобы объяснить ситуацию с тарифами. С тарифами ларчик открывается очень просто. Закон один для всех тарифов, и звучит он следующим образом. Тариф должен быть экономически обгрунтован, открытый и прозорый. Но в нашей уникальной стране все очень уникально. У нас в чем беда? У нас телегу запрягают впереди лошади. Сначала тарифы утверждают, а потом проверяют. Процедура утверждения тарифов также в законодательстве четко прописана. Сначала выканавливает послуги, считает калькуляцию предварительную, затем подает ее на проверку, и после этого уже происходит утверждение этого тарифа. В нашей стране тарифы были утверждены, а затем были проверены. Самая высокая комиссия на самом высоком уровне в течение 2 месяцев очень тщательно провела проверку с привлечением специалистов грамотных. Конечно, чинились препоны, конечно, вставлялись палки в колеса. Вот ключевая фраза и их высновка. Установление цен тарифов на энергоносители и коммунальные услуги произошло без должного экономического обоснования и требует проведения дополнительных расчетов для их корректировки. Теперь в нашем уникальном городе произошла уникальная ситуация. Мы жили с тарифами до 1 марта и стали жить с тарифами после 1 марта, так называемыми подомовыми. Теперь я хочу обратиться к зрителям, чтобы они поняли, что произошло. До 1 марта жители платили, грубо говоря, по 2 гривны за квадратный метр, и в составе тарифа был пункт у ЖЭКа «текущий ремонт». Теперь с 1 марта в чем уникальность этого решения? Что у ЖЭКа убрали эту ключевую составляющую. То есть это тем должен заниматься ЖЭК,
ее почему-то в решении горосполкома убрали. Все, большое спасибо, теперь... мы уже не можем просто дальше, вы уже явно перебрали время, к сожалению, мы сейчас уйдем просто за из формата программы. Большое спасибо, я думаю, что здесь достаточно того, что можно прокомментировать. Пожалуйста, Андрей Николаевич. Ну, в принципе, здесь информация к людям поступила по поводу того, как и что, но немножко не соглашусь, потому что проговаривается. Идет с подачи исполнителям тарифа, расчетов, экономических обоснованных расчетов на свой тариф. За правильность несет ответственность кто? Исполнитель, который подает эти расчеты. Проверка проходила отделом цен и ценовой политики в соответствии с теми полномочиями, которые они имеют. Отдел цен, либо департамент ЖКХ не выходил на каждый дом и не мог проверить все параметры этого дома. Поэтому замечания, которые были, где-то погрешности, которые были допущены исполнителями в этом вопросе, но их не так много, как ну, проговариваются в средствах массовой информации. Поэтому но где-то были механизмы. Два раза изменился, слушайте, не так много. Ну, за тариф изменился за счет каких позиций? Первое, убрали текущий ремонт. Второе, который все равно не делали. И второе, урезали придомовую территорию. Все. Вот и урезался тариф. Итак, господа, все-таки мы так как бы касаемся тарифов, но все равно как-то очень сильно размазываемся тонким слоем, а зрители пишут о конкретных вещах. Вот сейчас, одну секундочку. Я хочу поговорить о качестве услуг. Да? То есть вот во всех тарифах это заложено, что вот вы, собственно, вы сказали, да, что поставщик отвечает за качество услуг. Мне такое впечатление, что мы живем еще в каких-то параллельных вселенных. То есть вот приходит телевидение, ему показывают изумительную картинку, ну, либо, наоборот, совсем сильно жалуются, что все плохо, мы не виноваты. Ну, вот у нас показали нам практически рай земной на водоканале, как все здорово. Вы посмотрите, вы увидите. Там есть лаборатория, которая, оказывается, отслеживает качество воды. Там есть потрясающее свидетельство женщины, которая в этой лаборатории работает. Ну, вот вы сами его оцените. Однако здесь наш зритель пишет, что все-таки будут решать по поводу цены. Прошу в водоканале справку о качестве воды, мы такое не даем. В этом самом, мы выясняли, ну, лаборатории, которые могут это сделать, цена такого анализа 2500 гривен, и что самое главное, что даже если этот анализ сделать, он его на самом деле некуда будет пришить, приклеить или повесить, потому что ни для каких поставщиков эти анализы не указ. Они скажут, что у них есть своя лаборатория, которая все в порядке. Давайте посмотрим сюжет о качестве услуг. Пріоритетне завдання кожної держави – слідкувати за забезпеченням своїх громадян всіма необхідними благами для достойного і комфортного життя. В країнах Європи при вирахуванні цін на комунальні послуги робиться ставка на якість їх надання та фінансові можливості населення. Та, на жаль, українська держава зазвичай нехтує такими категоріями. На прикладі комунального підприємства «Миколаївводоканал» ми спробували перевірити баланс ціни якості. Щодо ціни є чіткі пояснення нещодавнього підвищення тарифів. Наразі вони становлять на централізоване водопостачання, водовідведення 14 гривень 82 копійки, а на так званий тариф на холодну воду 15 гривень 876 тисячних. Є положення, утвержденное Национальной комиссией, согласно которого рассчитывается тариф. Это связано с себестоимостью одного кубического метра воды, то есть затрат на подъем, на перекачку, на очистку растут, в связи с этим и растет тариф. Якість води, яку використовує місто, як розповідають в лабораторії комунального підприємства, перевіряють за всіма показниками, встановленими державними санітарними правилами і нормами на всіх етапах, починаючи від джерела та закінчуючи водою з крану. Контроль ведеться цілодобово. Раз на місяць проводиться повний аналіз води. На даний час в лабораторії проводяться аналізи за 47 показниками якості води. По органолептичним показателям мікробіології, це кожен день, это запах воды, цветность воды, мутность, железо, окисляемость, вот такие, и микробиология, то есть наличие кишечной палочки в воде. Вот, и еще три показателя, это тоже все касается микробиологии, и Escherichia coli, так называемые показатели, энтерококки и микробное загрязнение воды.
Також, за словами начальника лабораторії, фіксуються сезонні зміни стану води – весняні та осінні – через паводки, дощі тощо. Для нашого регіону критичним стає і період кінця літа, коли температурні показники досягають плюс 39 градусів за Цельсієм. Вода прогрелась в трубах, у нас ніколи такого не було, до 26 градусів. Звісно, це дало толчок для розвитку фітопланктону, який усилив запах в воді. Ми, звісно, все робили для того, щоб його убрати, це тільки хлором. Но в питьевой воде, в холодной, его не слышно, а когда человек подогревает воду, вот этот запах смешивается, его слышно. Посилене хлорування в літній період також бореться з кишковою паличкою. На запитання про якість води, чи є вона технічною або все ж таки питною, відповідь пані Валентини була емоційною. Не вірте нікому, то, що говорять, що ця вода технічна. Вода – это не техническая, вода питьевая. По тем требованиям, которые предъявлены на сегодняшний день, вода нормальная, мы ее пьем. Я работаю уже сколько лет, я ее пью, я не очищаю ее дополнительными фильтрами, которые там рекламируют. Мы ее пьем из-под крана все. Наразі Миколаїв Водоканал бере участь у міжнародному проєкті, в рамках якого, ймовірно, лабораторія питної води комунального підприємства вже найближчим часом отримає нове обладнання, яке, за словами працівників, дозволить ще краще проводити аналіз якості миколаївської питної води з-під крану. Поскольку тема водоканала особенно близка, я бы сказал, как-то так вот просто вот личное, как что-то затрагивает в душе у Владислава Ентина, то я думаю, что грех будет не дать вам возможности, Владислав, 2,5-2 минуты поговорить на эту тему. Так, дело в том, что я уже затрудняюсь что-то сказать, потому что все воспринимается так, что вот, либо в штыки, либо просто как провокация. Я больше бы все-таки склонялся к тому, что если не дают справку о состоянии воды, о ее качестве, то есть это о чем-то говорит, не надо уже дальше говорить. То, что воду можно пить, вопросов нет. Вопросов нет. Вода любая, ее можно, даже вон, можно с лужи попить. В Африке с лужи пьют. Но это же не говорит о том, что эта вода полезна для здоровья, ее можно употреблять. Какие грибы можно есть? Есть можно все, только некоторые раз в жизни. Да. И вот я об этом хочу сказать. И сегодня как бы заполитизированность водоканала как бы не дает возможности все то, что происходит там внутри, как бы знать простому обывателю. Вот не надо далеко ходить. Я как депутат городского совета, коммунальное предприятие, которое входит в наше, скажем так, поле нашей работы, зрения, я получил информацию от избирателей, получил от тех людей, специалистов, с которыми мы общаемся, работаем, и иногда ведем дискуссию, перечень вопросов, которые меня интересуют. Я их, скажем так, перенаправил на депутатском обращении в водоканал. Водоканал, вместо того, чтобы мне дать ответ, для того, чтобы я его мог дальше использовать и искать варианты выхода из ситуации, для того, чтобы понимать, что происходит, они мне на двух листах написали просто отписку о том, что они мне эту информацию не дают. Дальше нужно что-то говорить. Я считаю, как и считал, о том, что сегодня руководство водоканала должно быть полностью все поменено. Сегодня буквально на выходе уже... решение комиссии, которая работала по водоканалу, да, насколько я знаю, оно не очень меня устраивает в плане того, что не все вопросы были проблемно изучены по водоканалу, но, по крайней мере, оно будет. И я считаю, что мы сегодня, когда получим депутатское заключение, мы все-таки постараемся решением сессии уволить директора, и пусть он дальше идет, читает книги, проходит профильное образование, а потом, может быть, через какой-то период времени дальше пишет заявление и устраивается на работу, а не наводить порядки, не создавать там сегодня эти, скажем так,
репрессию на предприятии, на котором больше 80 человек было профессионалов уволено, которые просто имели свое мнение и были специалистами дела. Специалисты сегодня на водоканале не нужны. Сегодня нужны люди, которые будут подстраиваться под руководителя. И вот благодаря Ярослава передаче контраргументу, когда было предыдущее несколько там, тем назад, когда я поднимал вопрос по поводу того, что на водоканале провели тендер и выиграла фирма, которая не дала наилучшую цену. А была водоканалом как бы апробирована та фирма, которая их устраивала. И после того, как я это в эфире озвучил, утром уже Николай Водоканал отменил свое решение по проведению торгов. Вот то она есть... волшебная сила прессы. Я хочу сказать, что вот, Владислав Олегович, ну, по-моему, вам грех жаловаться на внимание с нашей стороны к вашей деятельности депутатской, и далеко не всегда она бывает столь критической. Однако мы не воспринимаем как провокации то, что вы говорите. Ну, по крайней мере, я могу это сказать о себе, да, полагаю, что и мои коллеги, да, присутствующие здесь, в общем, наши эксперты тоже. Речь идет о другом. Мы пытаемся понять, когда вы не можете повлиять на Облэнерго, ну, действительно, они там как бы частная, да, структура, когда вы не можете что-то сделать с Облгазом, ну, понятно, у них там свое начальство. Но когда целый депутатский корпус ничего не может сделать с коммунальным предприятием, то есть предприятием, на которое вы назначаете руководителя и чью работу контролируете, ну, вот вы же сколько времени бьетесь, да, а не получается. Так вот, я просто хочу понять, почему это так? Потому что ведь, вот мы говорим о тарифах, мы говорим о качестве услуг, да, мы говорим о том, что в этом конкретном месте есть проблема, которая могла бы решиться, и по крайней мере за те же деньги, ну, люди бы получали более качественную услугу. А этого не происходит. Так вот, что мешает? Значит, я вам хочу сказать со всей ответственностью. Когда проводился конкурс на директора водоканала, один из претендентов, это был действующий главный инженер Николая Водоканала, Делия, ну, знает, профессионал, специалист своего дела, да. И за него проголосовало большинство членов комиссии профильной ЖКХ, коммунальной собственности и благоустройства. И до того, как проголосовали за Дели и дали рекомендацию городскому голове, уже все знали, что окружение Александра Федоровича уже предоставило кандидатуру, который сидел и получил всего один голос. Вроде бы кажется, один голос от членов профильной комиссии. То здесь на директоре водоканала и на работе водоканала персональная ответственность мэра. Это я говорю со всей ответственностью. Есть протокол решения комиссии о том, что мы голосовали. Я лично не голосовал, я воздержался, у меня был свой кандидат, за которого видел, который мог бы справиться с этой работой. Но большинство депутатов, там 6 или 7 человек, поддержали Дели, на тот момент действующего главного инженера. И фактически был назначен вообще человек, который не имеет к водоканалу ничего, а впоследствии, спустя 10 месяцев, мы узнали о том, что он прочитал 3 книги, и то за тот период, когда он возглавлял этот водоканал. Поэтому здесь я вам хочу ответить, персональная ответственность мэра. Наша ответственность, я вам скажу, когда наступит. Она наступит тогда, когда комиссия, которая была нами проголосована, контрольно-ревизионная, даст заключение. И после этого я буду просить коллег, для того, чтобы они поддержали мое решение, проект решения об увольнении директора занимаемой должности. Ну что ж, это уже результат. Я прошу прощения, сейчас, да, у нас сегодня как-то так вот не очень всем удается поговорить, ну, такая тема напряженная. Все-таки пишут зрители, а что, не будем говорить о тепле и газе совсем? У нас есть сюжет от ТЭЦ. Очень хорошо, что есть Владислав. Для него специально готовили. Он большой поклонник идеи приватизации, ну не приватизации, а передачи ТЭЦ в коммунальную собственность. Вот я думаю, что это как раз хороший покупки, повод поговорить. Покупки. Ну, покупки. Она государственная собственность. Ну, в общем, ну, принятие там путем покупки. Да? То есть я имею в виду, что в конце концов она стала коммунальной. Ну, приблизительно так, как она. Вот, у нас водоканал коммунальный. С ним... Я так понимаю, все непросто, да? Ну, может быть, теперь еще будет непросто с ТЭЦ, если мы тоже примем ее в коммунальную собственность. Давайте посмотрим об этом сюжет, и вот как раз до конца передачи у нас будет возможность поговорить в том числе и об этом. Пожалуйста. Стрімке зростання тарифів на тепло болюче вдарило по бюджетах українців.
Для кожного з нас актуальним стає питання заощадження теплової енергії, точніше, її правильного використання. І починати необхідно з обліку. В Миколаєві функціонує близько 220 котелень, що опалюють більш ніж 2000 житлових будинків. Один з найбільших постачальників тепла є публічне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль». Підприємство займається комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії. Відповідає за централізоване забезпечення теплом промислових підприємств, житлових в більш ніж третині багатоквартирних будинків та адміністративних будівель Миколаєва. Хоча спочатку Миколаївська ТЕЦ задумувалася як електростанція. Підприємство почало діяти з перших років 20-го століття, переживало разом з країною спади і підйоми, модернізувалося, коли була потреба і можливість. Перше десятиліття незалежності України було нелегким для підприємства. Зменшення потужностей, реорганізація та вхід до складу ВАТ «Миколаївобленерго», відокремлення у самостійний підрозділ «Миколаївська ТЕЦ». Далі повторна реорганізація і новий статус відкритого акціонерного товариства. Підприємство забезпечує тепловою енергією 40% житлового фонду та промислових підприємств Миколаєва і залишається найпотужнішим теплогенеруючим підприємством міста. З 2008 по 2010 рік Миколаївська ТЕЦ входить в десятку найкращих станцій України. Стає лауреатом міжнародного рейтингу якості «Золота фортуна», отримує національний сертифікат «Лідер якості 2009». У 2013-му, за підсумками осінньо-зимового періоду, ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» посідає друге місце в Україні згідно міжнародного рейтингу Торгово-промислової палати України серед теплоелектроцентралей за техніко-економічними показниками. Наразі підприємство готується до приватизації. Миколаївська ТЕЦ потрапила у перелік об'єктів енергетичної галузі, що підпадають під закон України про приватизацію державних підприємств. На сайті Фонду держмайна розміщена анкета для потенційних покупців, де вказані напрями роботи підприємства, його потужності та статусний капітал. За умовами конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципами аукціону, Миколаївську ТЕЦ очікує майже 100% розпродаж акції. Та чи буде корисною така глобальна приватизація? Адже підприємство стратегічно важливе для Миколаєва і має майже 37 тисяч абонентів. І чи виграють від цього споживачі послуг ТЕЦ? Бо гіркий досвід з приватизацією «Миколаївобленерго» ми вже маємо. Отже, Владислава, у нас є досвід водоканалу, на якому, якщо вірити тому, що там кажуть у лабораторії, просто кришталева чиста вода. Це комунальне підприємство, з яким ви ніяк не можете розібратися з керівником. Є ТЕЦ, яка потребує просто надзвичайно великих капіталовкладень для того, щоб її, ну, принаймні, якось там вивести на більш-менш пристойний рівень. Тут виявляється, що вона зібрала усі можливі нагороди, що просто там краще не, напевно, ну, дві ТЕЦ є десь в Україні, але вона там у трійку найкраще входить. У двійку навіть, так, бачите. Тобто це знову якась така паралельний якийсь всесвіт, в якому живуть якісь щасливі люди і до якого нема ходу нормальним громадянам, ну, пересічним громадянам. Я хочу сказать, уже как бы резюмируя то, что вы сказали, о том, что как бы оно ни было, вы правильно сказали о том, что теплогенерирующее предприятие, которое практически снабжает теплом и электричеством город Николаев. Практически. Что? Электричество снабжает, когда уже переходит в период пиковый. Да, пик. Но это да. И сегодня все эти предприятия, какие бы они ни были, даже я насколько знаю, там постройка, Андрей Николаевич, какого там 30-х годов, да, или каких-то там 20-х даже, да, все эти предприятия строились настолько качественно, ну, по своей мощности, что они все могут реконструироваться. И сегодня мы имеем, мое предприятие имело опыт перехода с газовых форсунок на жжение шелухи подсолнечника в печах. И сегодня на Кривом Рогу две печи из пяти сегодня практически замещают 40, и даже вышли уже под конец года на 60% замещения газа альтернативным видом дробленкой. То есть это натуральные отходы, скажем так, органика, которая, соответственно, как бы не влияет на процесс.
даже оно не влияет на СО, уменьшается. У газа больше, у органики меньше. И сегодня эти предприятия можно модернизировать. И мы обращались к управлению ТЭЦ, но дело в том, что у них были завязаны руки из-за того, что они государственная собственность, и это нужно согласовывать с Киевом. Все. Сегодня есть у исполнительной власти, у мэра, у заместителей, у директора департамента ЖКХ достучаться. И купить этот объект в коммунальную 69 миллионов гривен. У нас бюджет развития 500 миллионов. Если сегодня мы не купим ТЭЦ, нам горожане этого не простят. Я вам говорю открыто. Мы даже не узнаем. Они не узнают, но они могут почувствовать это на разнице в тарифах. Если это будет городское, то это будут затраты только на заработную плату, это на уплату налогов и на уплату энергоресурсов. Но это не будет то предприятие, которое будет зарабатывать, там, покупать себе медали, рейтинги какие-то и все остальное. То есть это предприятие будет направлено на то, чтобы приносить пользу горожанам. Владислав, если бы город был заинтересован в том, чтобы не душить горожан тарифами, а работать на пользу горожан, он бы сделал гораздо более простые вещи. Например, создал бы коммунальное предприятие-перевозчик и не поднимал бы сейчас тарифы на маршрутки. Есть более простые вещи. Мне кажется, что вот совершенно правильно говорит Ухмановский, да, что если, как вы говорите, да, если мы не купим, горожане нам этого не простят, а если не купим, они об этом даже не узнают. Потому что что-то узнают. Мне кажется, что есть, знаете, вот сказано, да, вот в Писании, очень я люблю эту фразу, что по делам их узнаете их. И вот мы бы узнали по делам наших депутатов, если бы они заставили руководство города создать, например, коммунальное предприятие. И тогда бы маршрутчики не выкручивали руки каждый раз и не угрожали забастовками, а просто-напросто город бы получал вот такую же схему, как вы говорите, платили бы исключительно только за услугу. А вместо этого мы продаем, продаем маршруты одним и тем же людям. Я хочу сказать, я с вами не согласен, на предыдущей сессии городского совета, Андрей Николаевич, не даст соврать, если он был, мы проголосовали о том, чтобы дать свое согласие на покупку троллейбусов там, по линии БРР, там где дешевый длинный кредит, и чтобы мы закупили электротранспорт для города Николаева. Если вы знаете, сегодня как бы эта эпопея еще тянется с 2004 года по поводу создания троллейбусной линии в Корабельный район. И сегодня, в принципе, как бы это реально возможно, но сегодня есть масса перепонов, которые нужно решить. Вот, я вообще-то говорю о более простых вещах, о коммунальном предприятии, которое занималось маршрутами, но... У нас есть Николаев Электротранс, на который просто нужно купить, передать ему, он наберет водителей и будет... Я подозреваю, что далеко не всегда, не всюду проедут троллейбусы и маршрутки. Скажем, жители Варварка наверняка со мной согласятся. Давайте, пожалуйста, жестко, по минуте каждому, включая тех, кто не говорил, тогда мы войдем нормально в оставшееся время до конца программы. Начинаем с вас, Виталий Семенович. Во-первых, покупая наш ТЭЦ, я бы хотел вам сказать, мы завтра идем к заму по коммунальному хозяйству. Значит, вопрос ставился о том, что ТЭЦ покупать, какие там стоят оборудования, про генераторы стоят. А если мы приобретем на нашем заводе ТЭЦ-заряд две турбины, мы получим очень качественный с высоким КПД относительно того, что 32 КПД или намного больше, это раз. Да. Привлекли мы к этому цели бывшего главного инженера, он сейчас входит в комиссию энергоэкономики. Но нас Синкевич не может принять, ни его зам. Ну, на завтра договорился с уже ТЭЦ, это раз. Второе. У меня вопрос такого характера. Сколько мы потребляем газа, сколько мы вырабатываем тепла и электроэнергии, и сколько мы получаем в деньгах? Почему? Потому что сейчас я спрошу вас. Если мы, я уже вам сказал до этого, если мы заходим с тонной семечки, мы получаем масло и получаем макуху. Вы надаете макуху, а масло куда вы деваете? Или куда вы деваете тепло, если вы продаете электрическую энергию? Или куда вы деваете электрическую энергию? Продавайте, это наша прибыль, за наши деньги куплено оборудование, за наши деньги мы содержим оборудование в оплате. Мы закупаем газ за наши деньги, мы оплачиваем зарплату вам и работникам ТЭЦ. Извините, а где наша прибыль? Наша коммунальная собственность. Нам кому? Горожане. Кому? Мы купили газ. Газ превратили в электрическую энергию и тепло.
Мы оплатили зарплату. Посмотрите тарифы, сейчас стоит тариф. Сильно за пределы минуты, все остальные не успеют. Да, пожалуйста. Отвечу быстренько, коротко. Значит, если бы не произошла такая трагическая ситуация с Владимиром Дмитриевичем Чайкой, то, в принципе, уже был практически подписан договор о том, что «Заря» передавала городу новую турбину, вы знаете, да, для того, чтобы вырабатывать и тепло, и электричество. Это первое. И второе. Сегодня нужна просто политическая воля для того, чтобы встретиться с вами и услышать вас. Хотя бы услышать. Я не говорю уже о действиях. Готовые документы уже подготовили. Не слышат никого. Депутатов даже не принимают. И я хочу коротко, быстренько сказать, что как бы оно ни было, нам эта ТЭЦ нужна в коммунальной собственности. Вопрос другой. Не справится директор, там один заменим. Вопрос стратегического дальше планирования города и стратегически по тому, что мы сегодня можем дать дешевле тепло и использовать альтернативные технологии. Спасибо большое. Виталий Спанович! Дмитрий Белозоров, пожалуйста. Да, еще раз. Одна маленькая ремарочка. Потребителя абсолютно не интересует, какая вода течет в кране горводоканала. Так же, как не интересует, какой газ в горгазе. Нас интересует только то, что у нас, как у потребителя. Поэтому я вношу просто такое предложение. Андрей Николаевич как-то уже пошел и услышал нас на встречу. И заявил, что, в принципе, готов приобрести газоанализаторы. Для того, чтобы по меньшей мере мы видеть, что у нас в газовых системах. Тогда второй момент. У нас есть лаборатория госстандарта, которая готова делать анализы воды по районам. Вы можете заключить с ней договор и сделать анализ той воды, которая у нас в разных районах города, чтобы хотя бы видели, что мы пьем и за что мы платим. Техническая вода, она стоит значительно дешевле, чем питьевая. У нас договор на поставку питьевой воды. Можно ли так сделать, в конце концов? Почему нет? Ну, тогда как, каким образом это сделать? То есть это должен поддержать депутатский корпус момент, или просто кто-то обратиться? Как? Только на сегодняшний момент в данной ситуации могут обозначить, так как нецелевое использование бюджета есть, потому что есть лаборатория водоканала. Владислав, опять готов поддержать? Значит, смотрите, я готов если вас принять, написать депутатский запрос и даже выделить те депутатские деньги, которые мне для моих избирательных... ведения депутатской деятельности. Да, ведения депутатской деятельности. Я готов даже выделить эти средства для того, чтобы департамент ЖКХ купил и все-таки горожане знали, течет у них питьевая вода или техническая, для того, чтобы можно было предъявить претензии и говорить уже не на словах, а конкретно, вот, пожалуйста. Отлично, это уже конкретный результат. У нас всю программу промолчал Виталий Васильевич Береза, может быть, сейчас что-то скажет в течение минуты. Добрый вечер. Я вот, честно говоря, не специалист особо и в области, кажется, но я мне, так сказать, хотелось бы отметить, мы ушли так в сторону ЖЭКов немножко, так на воду переключились, на тепло. Вот по ЖЭКам, там закон по ОСББ, так сказать, вышел на государственном уровне, правильно? Вот. Да, и в прошлом году ЖЭКи должны были быть расформированы, правильно или нет? Законным. Срок действия закона продлен. Его продлили до осени, опять же, прошлого года. Текущего года, да. Просто что как-то вот в взвешенном состоянии остались действительно вот эти вот ЖЭКи и ОСББ. Люди, очень много, я знаю, наших район заводский, очень много людей не хотят переходить и создавать ОСББ из-за того, что хрущевки в очень плачевном состоянии. И опять же, из-за того, что ЖЭКи недообслуживали эти дома. И деньги исчезали, опять же, те деньги, которые дотации давали ЖЭКам раньше. Дотации давали ЖЭКам или нет? Видите, мы сами себя запутываем в... Нет, я не запутываю, я хочу прийти к какой-то истине. Говорят о том, что ЖЭК плохой, но с ЖЭКа мы не уходим. Нет, я хотел акцентировать не на этом моменте. У нас остается 3 минуты до конца программы, я так понимаю, что... Вы людей бросаете, как вам сказать, со своими проблемами. Их никто не бросает, я сказал, что городские власти должны помогать людям, а не замещать. Вот Вячеслав сказал красиво, что 90% получили самопоищих, кто там еще блокитные? Да нет, суть не в этом. Дело в том, что у нас так получилось, о том, что сегодня есть как бы там
ситуативное большинство, которое, в принципе, как бы тех людей, которые там тоже сидят в сессионном зале, как бы, ну, остались где-то, как говорится, на скамейке запасных. И сегодня мы видим то, что мы видим. И сегодня, как бы, я планирую об этом говорить, о том, что не надо сегодня делить на партийные какие-то принадлежности. Сегодня есть деньги, эти 8 миллионов для ОСМД, их нужно разделить между 54 депутатами, ну, даже если там будут... Неправильно. А чего? Неправильно. Почему? И скажу, что разделялось не между фракциями, либо какими-то депутатами. Если так получилось ситуационно, то здесь партийной принадлежности никакой нету. На сегодняшний момент есть определенные требования, которые прописаны правом, какие документы должно сдать ОСББ для получения финансирования со счета городского бюджета. Когда такой пакет документов подан в департамент ЖКХ, фиксируется, когда этот документ подан, рабочая группа принимает решение, и потом идет финансирование по этому направлению. Где-то один округ, бывает такое, что у одного где-то депутат сработал больше, сам СМД помог им оформить, где-то нет. Но по мере поступления этих заявок они поступают. Случилось. Александр Каратеев, пожалуйста. Да. Так случилось, 4 объекта попали главе фракции «Самопомощь» в городском совете. Случайно. Хотел бы сделать течение обстоятельств. Так, пожалуйста, Александр. Сделать вывод в конце передачи. Там задавался вопрос, где деньги делись, которые мы платили ЖЭКам 8 лет. Ответ вот можно в департамент ЖКХ, и подскажу сразу ответ. Посмотрите Е-декларации. Вы там поищите, где деньги делись. И в том числе местных наших чиновников, посмотрите. Это будет ответ, куда делись деньги, которые мы платили ЖЭКам. И в ответе можете заканчивать каждый свой ответ, который вы мне много дали с департамента ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь хорошего настроения. Спасибо. Дмитрий Канарский. Держал всю руку, всю передачу держал руку. Пожалуйста, звездный час. Спасибо. По неэффективности технологий. Коротко, для зрителей, очень округленно, но чтобы понимали. 1 гигакалория тепловой энергии, на примере тепловой энергии, потому что это самая большая статья расхода. 2000 гривен стоит 1 гигакалория выработанной электрической энергии. 1000, ну, очень кругло, округленно газом. И там 500 гривен вот этими пилетами, которыми я там пытаюсь заниматься какое-то время. Вывод, в принципе, очевиден, что нужно выбирать. Это даже если при условии одинакового КПД. У ТЭЦ, у Николаевской, КПД ниже 20%. То есть просто делим, то есть умножаем на 5 еще эту цену газа, получаем 5000 гривен за гигакалорию. Почему мы платим 1200, там 1200 с чем-то? Потому что остальная часть этого тарифа просто берется с наших же карманов, но другим способом, из бюджета. То есть мы все равно оплачиваем эти неэффективные технологии. А неэффективность управления – это то, о чем говорили все время здесь, о тарифах ЖКХ, в которых заложены вот эти вот так называемые текущий ремонт. На самом деле с этого тарифа оплачивались зарплаты, разница в зарплате этим работникам ЖЭКов, это в принципе ничего тут такого нету, просто не нужно, наверное, обращать внимание было на название, потому что совершенно в другую статью уходили эти деньги. И по поводу Владислава, его работы в комиссии, вот опять же неэффективность управления. Комиссия ЖКХ в прошлом году не дала возможности моему предприятию внедрить эти энергоэффективные технологии, и по той причине, что она просто не захотела даже выслушать того депутата, который поехал изучить вопрос. Это Рымарь Евгений, он там, скажем, в июле поехал со мной, мы все объехали, а в сентябре, потому что комиссия не хотела и некогда было заниматься этим, она в отпусках была и так далее, а в сентябре они, даже его не заслушав, просто сказали зарубить этот проект. И все. Вот это эффективность нашего управления, помноженное на эффективность этой технологии. Все, вот то, что мы имеем. Спасибо. Александр Ухмановский, зрители волнуются, говорят, что такое с Ухмановским, который передачу подряд сидит и молчит. Не заболел ли? Сказать ему нечего. Да, да. Я уже все, я уже подумал, что я нажил критическую массу врагов себе. Я очень кратко хочу сказать о том, что нету никакой, запомните, политики в вопросах тарифов. Это обычная, самая обычная экономика, это самая обычная проблема воровства, дичайшего воровства. Все эти бредовые заявления про проверку тарифов, ребят, любой тариф, абсолютно любой, даже $1 миллион за 1 киловатт в час, он будет обоснован. Тот, кто работает в этой отрасли, знает, насколько серьезно там бандитская, мафиозная структура. Кто работал на ТЭЦ, может вам рассказать о том, как во времена Януковича туда приходили
составы с пустой рудой, которую принимали как высокоэнергетический антрацит, и начальникам говорили, что если вы слово скажете или не примете вот эту пустую руду, повторяю, камень, его сжигали, сжигали и тратили энергию на подогрев камня в топках, то, ну, хотя бы просто убьем. И надо понимать в том, что у нас естественная монополия, и на нашем уровне мы ничего не можем с этим сделать. И единственная политика заключается в том, что если вы не хотите участвовать в политике, то надо отрезаться от всех видов коммуникации и переставать быть зависимым. То есть энергопанели, котлы на дом, крышные котельные, все что угодно. То есть только просто не быть связаны с ними. И единственное, на что вы можете действительно повлиять, это выбирать тех политиков, которые откроют войну вот с этой энергетической мафией, которая, в принципе, может... Это борьба на государственном уровне, причем серьезными силовыми структурами, но не нами с вами. Спасибо. Остается по минуте, даже чуть меньше для наших гостей, чтобы они подвели итог. Будь ласка, Панове. Можно, Андрей Николаевич, да. Так. Я касательно сегодняшней темы и той ситуации, которая происходит, хочу маленькую ремарку сказать, что на сегодняшний момент сложилась такая ситуация довольно интересно и считаю очень даже неправильно. В свое время, когда у нас бюджеты городов были мизерными, было понимание, было какое-то стремление, было какое-то совместная работа депутатского корпуса, городского головы, исполнительного органа. Сейчас, имея децентрализацию и серьезные ресурсы, идет раздрай. Хотя я, имея опыт уже 15-летней работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, считаю, что здесь необходимо находить все-таки консенсус между депутатскими фракциями, городским головой, исполнительными органами, определять приоритеты. А приоритеты – это то, что у нас на сегодняшний момент 160 порывов за зимний период по водоканалу. Это у нас потребление газа по тепловикам увеличилось за этот отопительный сезон на 12%, теплоотдача уменьшилась на 7%. Это тарифы, которые у нас на сегодняшний момент есть, это не замещение энергоресурсов и так далее и тому подобное. И вот эти вот приоритеты, к сожалению, теряются в политических распрях и в тех задачах, которые ставятся перед исполнительными органами, передо мной в том числе, потому что вместо работы на перспективу и на какие-то стратегические вопросы для города, мы занимаемся вопросами ремонта подъездов, замены окон, наведения благоустройства во дворе, либо еще какие-то вопросы, хотя они тоже нужны, но стратегических вопросов, как таковых, к сожалению, на сегодняшний момент нету. Я хотел бы, чтобы в этом вопросе все-таки депутатский корпус консолидировался совместно с исполнителем. Дякую. У нас вже зовсім не лишилося часу, втім, буквально останні декілька секунд, Владислав. Я бы вот хотел просто, Андрей Николаевич не даст соврать, у нас есть несколько примеров ЖЭКов частных ООО, да, Центральный 1 и ООО там Забота, да, или кто? Есть 9, точнее 8 частных предприятий, которые обслуживают жилой фонд. Если обслуживают. Вы их дотируете каким-то образом? Да. Ну, не о больших деньгах идет речь, да? Если дотируем, то мы дотируем всех на одном уровне. Вот. За исключением отдельных случаев, когда дотируем. У нас же не лишилось часа на диалоге. Будь ласка, останнее слово. Это не диалог, я говорю о том, что сегодня все ЖЭКи, которые существуют, их нужно как в нормальных странах отдавать на аутсорсинг. Отдавать предприятию, которое в этом разбирается, опыт этого предприятия, отдать и, пожалуйста, пусть они зарабатывают, людям предоставляют качественную услугу и получают деньги. Я вам хочу сказать, я живу в СМД, я плачу 3,20 за квадратный метр, у меня охрана территории по периметру, у нас консьерж, который круглые сутки сидит, они там сменяются, живут, у нас чисто в подъезде, у нас высажена трава, и это все за 3,20 за квадратный метр, поэтому и хватает на все, и еще и бухгалтер, и директор, поэтому...
Поэтому я хочу сказать, каждый кузнец своего счастья. Сегодня департаменту нужно просто смело прийти и заявить о том, что нет, нас система ЖЭКов не устраивает. Это вчерашний день. Мы должны завтра объявить конкурс и отдать эти все дома на аутсорсинг предприятиям, которые имеют опыт работы. Там Канарский, еще кто-то, кто знает, как сэкономить и людям дать комфортное условие. Владислав, дякую, дякую. Ми, як завжди, розійшлися під кінець програми, і, як завжди, не вистачило часу. Втім, більшість того, що має бути сказано, сказали вже наші учасники, наші колеги. Я хочу тільки сказати одне. Якщо є депутати, які все ж таки готові вислухати нас, виборців, то, будь ласка, користуйтеся тим, що вони готові до діалогу. І разом у нас все обов'язково вийде. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.